Я думаю, как раз уже выплеснул тут немножко, что хотел. Так, и именно с этого момента стартует запись, кстати, на лайв-канале, которую я скинул вчера. И все последующие, соответственно, части челленджа будут также выпускаться на лайв. Кто пропустил стримы вживую, хотя они могут, в принципе, посмотреть 2 недели стримы на этом, на Твиче. Да, не знаю, на Твиче их сохранять? Навсегда в записи. Или не надо? Нет, надо все-таки, наверное, думаю, сохранить будет. Потому что YouTube, он такая вещь. Может как бы сохранить, а потом как бы и удалить, наверное, еще. Ну, суть такова. Ты используешь МП-40 и любой пистолет. Есть там еще некоторые условности, но это не так жестко, как ко всему остальному. Я забыл про эту вебку, начал вытирать монитор. Три сильнее, мне кажется, грязь, она гораздо более евшаяся, чем ты думаешь. Это еще при условии того, что я сделал ее не такую сильную, эту грязь. Чтобы вы прям реально не думали, что это грязь на вашем мониторе. Здорово, здорово. Ну, тогда F, да, да. Тогда F. Короче, скажу сразу, я вне стрима не играл. Почему? Потому что у меня тупо не было времени и желания, честно говоря. Именно поэтому я не сделал ни тайник, я ничего не сделал из того, что я хотел сделать вне стрима. Так что все это буду делать прямо сейчас. Там, короче, у нас АТП достать инструменты. АТП кордон. Что-то я не слышал про это, честно говоря. Артем, здравствуй. Где форт? Форт у меня. Вот он. По крайней мере, у меня в нем аж 10 патронов. Но это типа много. Кстати, Дима, тебя смог перебрать стрикс? Пока что нет. Опять же, я буду смотреть на ситуацию, когда уже буду именно брать. Не сидеть смотреть, а именно брать. И я думаю, что события будут протекать таким образом, что хов, который я хочу, уже пропадет к 4-му кварталу года. И у меня тупо будет выбор. Я либо беру то, что изначально хотел стрикс, либо беру что-то такое более, может быть, даже интересное, либо же простое, как супер джетстрим там тот же самый. Ну, честно, я не вижу, по крайней мере, каких-то позывов и таких прям жестких преимуществ, чтобы я взял там МД. Хоть она мне и нравится чем-то. Тот же самый минималистичный дизайн у нее. Неплохой достаточно. Может быть, она не совсем так идеально бы вписалась в мою сборку, но по крайней мере, остальных я пока что не вижу позывов, чтобы взять ее. СТГ, кстати, все-таки, да, забрал этого бандита, но я не знаю, можно ли бот использовать в этом прохождении. Я, по крайней мере, не хотел бы. То есть это был бы крутой сет из пистолета, МП-40 и СТГшки. Ну, сегодня, кстати, может быть, узнаем. Сегодня, может быть, это и узнаем как раз. Нет. Такого челленджа, к сожалению, еще не было. Надеюсь, и не будет. Про палку с колбасой я имею в виду. Что за мото? Название стрима, по-моему, написано, но скажу так, объединенный. Привет, там брат. Написано в углу. Объединенный пак 2. Солянка 2.0, грубо говоря. Так, самис, я забыл. Не успел точнее прочитать до конца. Спасибо за фоллоу. Кстати, пистолет на расстоянии говно, но это так, для информации. Он вообще не достает даже вот, я думаю, до того вот экскаватора, что ли. До железной ели он, может быть, еще достанет, но до экскаватора, я думаю, уже нет. Дальность достаточно сильно подрезали оружие.
Ну, это типа, да, солянка, попусту-то говоря. Но до бара я еще не дошел, так что до этого далеко. Интересно. А я до этого не сохранялся, да, ведь? Я не сохранялся. Что-то я даже, честно говоря, с чатом не обратил внимания, что меня уже обошли справа. Не, насчет Threadripper я вообще не думал. Я думаю только о... Ну, в плане платформы о Zen 2, либо же i9. Больше, конечно, слоняюсь в сторону i9, потому что у меня уже приобретена оператива, которая с одного буквально щелчка заводится на XMP профиле и... Более лояльно, что ли, к Intel. Ну и вообще к матерям на Z. Чипсете. Но нет, у меня будет несколько другая связка. Видюха два раза дороже, чем проц. А проц А9. Само смешно. Ну, короче, сборка дисбаланс собираю впервые сам. Хотя, по сути, уже собрал вот это вот, что сейчас стоит. Из всякого БУ. Привет, брат! Между прочим, я его убил. Патроны кончились. Позиция так себе. Еще и аномалия перед деревом. Просто класс. Просто рандом. Кстати, как по звуку? Потому что я смотрел тут запись. Мне, честно говоря, показалось, что игра была достаточно громкая. Нежели я. Ну, типа, привет. Он все время стоял за деревом, да ладно. Твою мать. На какой сложности играешь на самый последний реализм? Он все это время стоял за деревом. Я думаю, почему так хорошо слышно? Эти чики-брики его, Леопольд, давай выходи. Он, оказывается, был за деревом. Сейчас хотя бы за деревом будет. А можно попадать? Флэшбэнг. Ну, в принципе-то, я так-то думаю, справедливо вышло, но... Ну да ладно. Но озвучка, кстати, да, немножко санина, но, блин, она местами угарная, честно говоря. Честно говоря, местами она угарная. Я сначала прочитал не Жонни Гуки, а Жонни Гудок. Тупо кликуха для зоны Жонни Гудок. Для меня, конечно, была новость, что у них есть флешки. Откуда? Я то понять не могу, то пистолет достает до туда, то не достает. Надо читать, что ли, какая вообще дальность полета у пули в этом моде. Так, короче, эта позиция реально БУ. Нам не нравится. По крайней мере, мне достали челики, которые заходят мне сбоку. Как он кликуха Дима мудок. Ну тоже, в принципе, ничего такое нормально. Угу. Где кибофорты? Такого я еще не видел.
Я уж подумал, что можно режимы стрельбы менять. Там смоук или это... Это туман. А еще меня бесит, что здесь на кнопку Z включается какой-то режим постоянной приседи. И у меня патроны кончились. Что это сейчас было? Вы сейчас видели это? Чел, короче, зашел ко мне за спину, кинул гранату, говорит, на, жри, сука, и сам сдох. Меня уже добили. Хардкор заключается в очень чувствительном главном герое, подумаешь, несколько дробинок. Основное заключается в том, что этот мод, он вот, ну, блин, я не знаю, это просто на грани фантастики. Что-то. То есть сама сложность каждым разом будет становиться реально выше и выше. А то, что тебя ваншотают бандиты, ну, типа ваншоте там с пульки одной, ну, это как бонус. Че? Сикарю. Угу, сикарю. Сейчас мы из вас крыль делать будем! Две гранаты. Ёб твою мать. Сейчас бы ты делал. Open up. Мне кажется, я зашел в Сурвариум, потому что смоук и тут же тебе пуля в голову, но это прикольно. Просто ты, наверное, стреляешь из воздушки. Мне вообще кажется, что я стреляю салом. Он аж подлетел. Он аж подлетел. Видите, я специально даже не играл, чтобы вот этих вот всех вот бандосов, вот самых первых таких простых, оставить на стрим, потому что даже они в состоянии дать мне просто лещика. А я им сделать, ну, мало что могу. Если бы они хоть какие-то широковатые вот эти вот местности, вот эти вот все экскаваторы, деревья, столбы какие-то там рандомные. Ну, он просто вот выходит, зажимая МП-40, и я вот получаю первую пулю в локоть и умираю. Ну, так, ну, это, ну, ясно, ясно, все, ясно. Ясно. Ну, криповая музыка дальше, тем более. А, так я спать-то не ложился, да. Это немножко перезаписанный в этой по свалке. В конце этого стрима, вы помните, я спать ложился, а тут нет. Тут еще ночь. Тут еще ночь. Ну, сейчас их завалим, я сделал нычку, думаю, и пойдем спать. Потому что это вот музыка и... Фигачих по мусалам. Ну, реально страшно. Вот МП-40 достаю, кстати. На таком расстоянии. Даже убивают. Денис, здравствуй, здравствуй. Я не считал, сколько я убил, мне кажется, это моя ошибка номер один. Но что-то мне подсказывает. Определенно есть какая-то еще крыса, которая просто сидит и ждет меня, пока я не выйду на нее. А нет, я всех убил. И тут было всего лишь 5 человек? Серьезно, они меня насиловали по КД? С ТТшника. Ну, хотя бы, ладно, патроны будут на маузер. С обреза.
бутылка Балтики, как обычно, по классике. У всех есть Балтика, но нет при этом никакого мозга. Ты с чего стрелял, вообще непонятно. А, с обреза тоже, да. Понятно. У всех есть пиво, просто у всех. Просто пиво Балтика. Угу. Ну, вот это парня П-40 была. Стоп, какой-то еще чел вроде с автоматом же был, нет? Поймем вот этого, вот МП-40. Ну, ящики, понятное дело, пустые. Вроде бы что-то вот в этих есть. Должна быть аптечка. Угу. Так, а вот в этом болоте должен быть тайник из гранаты и патронов. Сейчас будем искать. Я слышу зомби. Мне это не нравится. Пиво Невское. Нет, там Балтика, к сожалению. Или типа Невское гораздо круче, чем Балтика. Типа падла, неплохо. Балтика плюс обрез. Ну типа, знаете, у обреза большой разброс, но когда ты под эффектом Балтики, возможно, это как-то играет роль. Типа, знаете, как связка навыков в падике. Там, не знаю, что-нибудь такое элементарное в стиле... какого-нибудь там, не знаю... Что даже для примера сказать-то? Типа контрактора и, не знаю, дердога, что ли? Или контрактора и агрессив релоудинг. Ну что-то, короче, в стиле этого. Где патроны? Их еще вырезали? Не может быть, что их вырезали ведь, да? Вы скажите мне, я дурак или... Или у меня просто лыжи не едут. Тут должен быть тайник. Мне кажется, его вырезали. А, ну да, ну теперь я понял. Связку обреза и Балтики. Все, спасибо. Кто-нибудь! Выручайте! Кто-нибудь! Знаете, что самое обидное? По-моему... По-моему, я не взял очень важное задание у доктора Болотного. Придется, наверное, вернуться еще и на кордон к 100. Но это так. Между словом. Ты дурак, не благодари, спасибо. Благодарен. Благодарен. Но обрез этот, он, не скажу, что прям такой снайперский. Давайте, кстати, почитаем про патроны. Может быть, что-то интересное есть. А, ну да, эффективная дальность 45 метров, прицельная 50. То есть в этом моде реализовали то, что, в принципе, сделать можно было просто на раз-два. Но я точно же помню, что здесь были патроны. Не могли же не просто взять куда-то и просто исчезнуть. Я вообще не помню, есть отображение предметов в этой игре. Там какие-то очень прям страшные звуки. Туда я явно не хочу. Так, на карте болото где? Тут? И вот, вот тут, что ли, они есть? Ну, короче, если даже их здесь нету, то точно вырезали, наверное. Хотя патроны в ящике были на вышке. Ну, ладно, один хрен не... искать нет смысла, потому что там патроны для калаша и... Две гранаты, которые нам явно будут не нужны, так что забейте. Тупо забейте. Если закончится патрон, то побери колбасу. Но колбаса-то у меня хоть есть? Ну да, она единственная. Ну так-то можно, я думаю. В принципе, это можно. Знаете что, я еще думаю, где сделать тайник на этой локации. Надо сейчас с бесом, кстати, поговорить. Я забыл совершенно. У меня есть два варианта, где можно сделать тайник. Вот тут. Тут у меня мышка лагает в ПДА.
В лесу, забытом, где зомби сейчас просто там до бороды. Ну или все, потому что везде в других местах, ну, я думаю, это не будет сделать сложно, и плюс там неписи, а неписи воруют вещи. Обходи, зашел конь. Привет, Миш. Даже не знаю. Это СТГ-ха. Антон, мне стыдно за тебя. Мне стыдно. Когда видосы? Я думаю, завтра записать. Один. И уже от него, я думаю, будем отталкиваться дальше. Медленно, семимильными шагами, как говорится, но будем отталкиваться. Так, и также у этого жмыха еще можно вроде задание взять там немножко. Так, расскажи о себе. Так, что это за место? Так. Вот, у нее есть работа. Так, рудимент, лапа медведя, черная энергия. Ну, рудимент, в принципе, можно еще попробовать поискать, но насчет лапы что-то я прям вообще не в курсе. Так, вот насчет броника я помню. Так, броник, броник, броник. По-моему, он в подземелье Агропрома, да. Это тайник стрелка. Короче, он хочет, чтобы я ему принес комбез стрелка, по-моему. Или как он там называется. Немножко, короче, измененные там заря. В Гриттере или НФС? Ты имеешь в виду без стрима или просто на стриме пофаниться? Ну, НФС мы уже пробовали. Так-то тема, так-то интересно, конечно. Ну, не знаю, не знаю. Опять же, я думаю, вам будет стоить дождаться завтрашнего, да, получается, видоса. Если он вообще будет. Потому что сейчас сделано ровно вот столько действий, чтобы он вышел. Но тем не менее. Не знаю, получится ли у нас организовать это в ближайшее время. Посмотрим. Да. Именно так и будет, я думаю. Но ходить и переть в болото, это лучше, чем, кажется, у меня получается вообще. За сегодня. Это лучше, что у меня получается. Так, смотрите. Нам ТТшник явно будет не нужен. Почему? Потому что есть маузер. Это раз. Дробь нам не нужна, потому что мы, в принципе, не можем пользоваться дробовиками. Это два. Стоит ли носить с собой СТГ? Он весит 5 килограмм. 5 килограмм. Я калаш вот недавно в учебном в руках держал. Блин, он весит там вообще ни о чем. Эта штука 5 килограмм весит. 5 кг. Так, ну пока что временно берем вещи сюда. Я не знаю, куда мы их уберем в дальнейшем. Но это дело для чего? Мы сейчас пойдем разваливать кабины и снова бандитам уже на депо. Там еще надыбом вещей, там мы начнем тайники искать с вами. И вот уже после этого сделаем нормальный потом тайник. Я думаю. Так, сохранимся квиксейвом. Поспим до 8 утра. Хотя, вроде, я вообще отключил функцию сна у персонажа. Ну, ладно. Все равно по классике поспим. Да я с радостью, наоборот, с СТГ побегать. Но я не знаю, можно ли мне пользоваться. Ого, про нее, по крайней мере, не было. Вообще. Хоть это и классика немецкая. Так, форт пустой, так что его можно смело выбрасывать. На вот Маузер. Надо бы зарядить. И нет, не бронебойными, а обычными, потому что... Ну, как-то этот самый... Бронебойными будем стрелять только по праздникам. Там 8 марта, там, ну, по классике. Что за видос? Ну, я думаю, узнаете завтра. А, тайник еще надо здесь взять небольшой. Забыл. Почему-то на свалке стала достаточно сильная игра подзависать. Вот эти вот микрофрезы стали сильно
агрессивно явно выглядеть. Но их, по крайней мере, легко заметить. Мне столько здесь только получится. А у меня только солянки, и то. Как говорится, я использовать ее не могу. Блин, что тебе только на ЭП-40 идет? Потому что... На Маузер, по-моему, только приклад можно поставить, который типа уменьшает отдачу. Но зачем это, я не понимаю. Но вроде как он еще дает буст к точности и дальности стрельбы. Но это не точно. Нет, за бандита не извинялся. И не буду. Кста. Всем, кто меня слышит, мы атакованы группой бандитов. За помощь! Ох, я это зря, наверное, сделал. Могу предложить тебе место для разных столов. И работенку для желающих. Скоро буду на агрофарме. Какая будет работенка? Что происходит? Что происходит? Сзади, спереди валят. К этому мразь умирает с пули в упор. Хотя пистолет берет на 50 метров просто ваншотом. Что аж бандиты подлетают вверх. Это что еще такое? Это, случайно, не штука из Карима, как-то она там называется, коряга или что-то такое. Или это, не знаю, короче, что это такое. Ва! Вы видели? Парень вот с туннеля снял меня. До туннеля 70 метров. Кого? К форту патронов нету, все закончились. У Димы ХП мало, видимо, судя по всему. То есть броня, которую, в принципе, мне дали за задание, она вообще ни о чем. То есть примерно на уровне свитера. Пинал, здорово. Мы атакованы группой бандитов. За помощь! Могу предложить для мясной для разных столов. И работенку для желающих. Скоро буду на агропроме. Тупо три ваншота раздал. Просто погиб в нечестной дуэли. Это животное меня явно видел через этот контейнер. Он просто меня видел. Как? Свитер топ. Ну да, я тут недавно видел спидран тут за 13 минут. Тень не Чернобыля. Так тут, в принципе, топчик. Нормально. Это ветка, Дима. Так и называется ветка. Опять же говорю, по-моему, она была в Кариме. Да кто-то в спину стреляет. Неужели? Ёп! Твою... Что это было, блядь? Куда он улетел? Блять, что это было? Калашик. Так, куда ты че улетел? Ёб твою мать. Что это было? Это, конечно, не как в этом. Кто-нибудь! Это не как в этом, блин, как он там? Зов Чернобыля, но, блин. Я почти даже испугался. А где серый-то? Кста. А, вон он, дебил бегает. Обязательно мне танковать? Вообще-то я саппорт.
Мне еще, наверное, по фонарику палят, да? Там, короче, какое-то животное с яйцем П-40 и просто шьет через куст. Влепили мне. Хорош. Попал. Интересно, кровотечение пустил, нет? А, ну да, да, как бы, ну да, да, ну да. Это что, покажи, как он перезаряжается. Сейчас, подожди секундочку. Ну, у меня... А, у меня проблема одна, у меня патронов нету, единственное, что. Тот парень, скорее всего, полетел на Невской этот самой тяге. Тупо закинулся и полетел. Блин, придется все заново переигрывать. Блин, так темно, вот ничего не видно. Рыли, так темно. Я врагов просто по пикселям ищу. Ну да, 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 да. Блин, надо было сохраниться. Что-то даже как-то жалко. Но хотя бы в этот раз он останется на земле, я подберу его лут. Хотя у меня там, по-моему, пушка неинтересная. Какая-то там стрелялка. Слабенькая. А знаете что вообще? Пойду-ка я того вот убью, который... А, ну да, да, да. Застрял в пикселе колеса и убили. Классно. Кстати, почему ДПД перестал играть? Там же новая глава даже вышла. А прикол в том, что ДПД мне стало лагать со старой видюхой. И что-то я такой сижу. Я бы постримил ее там с кем-нибудь. Там желающие-то есть. Бля, она лагает и без стрима. Ну, короче, грустно, грустно. Иксу, кстати, 3. Что? Их 2 здесь одинаковых. Неужели? Так, ну проблем меньше не стало. Теперь надо перебить тех, которые внутри еще. Ясно все. И это печально, да, это печально реально. Это печально. Не знаю, может быть ситуация изменится, когда я получу джетстрим. Но честно говоря, что-то я в последнее время не то чтобы сомневаюсь в его получении, уже не особо хочу его. Ну, потому что времени до получения новой, как бы, видюхи остается не так уж и много. Причем проблема просто потерпеть немножко еще. Ну, как бы, 7 лет терпел, почему бы еще не потерпеть немножко. Я уже работаю. Да я-то верю, я-то верю, до сих пор еще жду. Я-то верю. Ты прям говоришь, как мой один чел с завода. Вот мне бы чуть-чуть бы только еще одну фигню бы провернуть, если бы это так вот. Ну-ну. Такую фигню там кое-кто уже полгода проворачивает. А, ну классно, да. Ну, он получает пулю бронебойную в этот самый в спину и еще уходит дальше. Ну-ну, ну-ну. Ну-ну. В костюме, где пулестойкость 5. Ну-ну. Ну-ну. Сейчас шушку наберу и все будет. Ох, это уже даже не смешно становится. Он тупо знает, где я нахожусь, когда я загружаюсь, и меня уже идет убивать. Так, все это было последнее смерть на сегодня. Больше я не умираю. Больше я не умираю. Ну давай, давай!
Судя по голосам, еще что-то 10 здесь, не знаю. Все? У меня в мыслях только один единственный видос. Не, не хуя. Не, ну, судя по всему, все. Леша, агент. Ну, тупо Леха. Блин, что-то на стулы какие-то там попадаются под руки. Некрасивые. Ну, по классике. Каждый бандит, в принципе, я думаю, имеет одну и ту же снарягу. Либо фляга с известным напитком, либо бутылка Балтики. Или сигарета. Точнее, сигары, извините. Помнится, здесь был костюм к 100. Угу. Ух ты, и патронов еще подсыпало. Ля, у нас теперь 105 патронов на МП-40. Ух, живем. Ух, сила. Нет, я хотел эти зарядить. Они как-то более симпатично смотрятся. Я за меня чекаю, ну-ну. Ну-ну. Между прочим, я старался. Блин, Far Cry 3, по-моему, самое такое неинтересное как раз-таки было, вот лазать по этим вышкам. После 5-6 тебе уже это реально начинает надоедать, потому что ты должен не просто залезть на нее там по лестничке, а найти путь именно, как залезть. Где-то надо на обрыв прыгнуть, где-то там на какую-то залозу зацепиться. Ну такое. А учитывая, как мой старый комп мог тащить Far Cry 3, я играл в 30 FPS с лагами. С фовом, вот примерно как в падике, вот у Васянов. То есть я вот, не знаю, играю с фовом 30, я пытаюсь повернуться на вышке, которая, казалось бы, вот, ну вот, вот повернулся, вот, вот уже и вся вышка. А с моим фовом там, не знаю, вышка была как стадион там футбольный. Я пытался найти там выход. Как я этот тайник, кстати, собирать буду, я не знаю. Я не знаю. Это порядка, здорово, здорово. Чекай лес после стрима, окей. А, кажется, телефон заряжается. Тут я решил перед сном погамать немножечко в ПВЗ. Я вам рассказывал, да, что у меня уже телефон-то рипнулся, и мне пришлось, типа, ну как пришлось? Мне снова дали бэушку старенькую доносить. И там, короче, нет сохраненок, и вообще другой гугловский аккаунт, и мне ПВЗ приходится проходить заново. Но это вдвойне, между прочим, интереснее тем, что я теперь знаю, что лучше качать, чтобы пройти игру полностью. И плюс хочу собрать немножко другую сборку именно растений и качать определенные растения, которые там посильнее будут. Вот я думаю, в процессе этого я вот чекну ВК. Ну и плюс теперь я типа современный человек, я имею доступ в ВК, когда захочу. То есть я прям могу на заводе даже заходить с мобилы. Это для меня новшество. Все, я прошел всю трилогию на мастере. Ну, Артефанус, блин, поздравляю, поздравляю. За столь короткий срок, в принципе, ты... Молодец, молодец. Даже учитывая там отсутствие свободного, возможно, времени, молодец. Хотя, вообще, честно говоря, в моем понимании, если толкать трилогию, можно пройти на мастере. ЗПО трилли проходится буквально за 2-3 вечера, максимум 3 вечера. ТЧ еще короче. Ну, примерно на том же уровне. А вот ТЧ проходится, ну, может быть, вечеров 5, там, чуть больше, 6. Ну, короче, за 2 недели можно рели пройти, все. Это такого не особо быстрого геймплея. Даже побочки можно еще успевать выполнять побутно. Побутно. Угу.
доносить 2016 года мобилу. Но для меня я ее донашиваю, типа донашиваю. А вообще, блин, мобила классно, честно говоря. Единственное, что мне, опять же, камера не очень нравится у нее. По-моему, Galaxy была поинтереснее. Ну, по крайней мере, поудобнее, что ли, там, в некоторых функциях. Еще плюс я не понимаю, как она звук записывает вообще в видео. Там просто один хруст. Почему-то. Молодцы, мужики, мы их одолели. А, то есть пока он не вылечил, он сидел а и... Ясно. Маркус, а что ты писал? Что ты писал? Напиши еще раз, мне не сложно будет увидеть. Просто имей в виду, я не могу физически сейчас пролистывать чат вверх. Мат вообще никак. Стоп, а серый разве вообще не предлагает никакую работу? Ну ладно, как бы у меня работы и так хватает. Окей. Так, по тайникам там, по-моему, голяк, так что зайти не смысла. Пойдем сейчас, короче, обратно на стоянку техники. Я соберу лут и сейчас пойдем делать тайник. После этого пойдем собирать тайники коллекционера оставшиеся. А, стоп, они уже все перенеслись туда. На Агропром. Ну ладно тогда. Сейчас тогда сделаем тайник. Подделаем тут еще пару заданий. Тут буквально вот чего осталось-то. Тайник кости найти. МП5 под 9.18 в туннеле. По-моему, что-то с этим будет связано. Ну и все вроде. Триггер, у меня мобила 2012-2013 года. А Galaxy, он же тоже вроде старый, да? Ну там вообще пиздец какой старый. Ну, хз. Но опять же, я ничего против не имею, против той мобилы, которую сейчас типа донашиваю. Я понял, почему она сгорела, именно на слово донашиваю. Ясно, ясно. Сори. Просто я не понимаю ценность вещей, когда я в них не шарю, грубо говоря. Кстати, вот этой штуки, по-моему, не было в оригинале. Ну, по ней сразу видно, что текстура такая сильно отличается от того, что тут на округе лежит. Блин, такая херня. Трех-четырехместная. Ну, тут вряд ли 4 человека влезет, конечно. Ну, трехместная. Кстати, я такую видел на днях. Короче, true story рассказываю. В воскресенье ехал на завод. Ну, по классике, ну, как бы... Зачем тебе выходные, когда можно поработать выходные? По классике смотрю Яндекс.Транспорт. И один автобус находится буквально недалеко от меня. То есть он едет типа в мою сторону. Но меня смутило то, что он был в 50 метрах от дороги на обочине. И его нос, то есть стрелочка, куда он едет, смотрела не в мою сторону, а в сторону реки. Я долго смотрел и втыкал в этот непонятный транспорт под названием автобус. Но потом, когда я уже вышел на остановку, я понял, что с ним случилось. Он тупо сдох. И его тащил вот этот вот ЗИЛ или ЗАС, как он там называется, не знаю точно. Не шарю, короче. Он вот тащил тупо на буксире обратно на станцию. Я-то думаю, чё он лежал там на обочине столько времени? Оказывается, он сдох. При этом еще водила даже двери не закрыл. Он тупо гнал на скорости с открытыми дверями. В салон. Ну, интересно, интересно. Так, куда все это спрятать? Я знаю, вы здесь видите кучу барахла, но здесь я вижу примерно рублей 300. А 300 рублей это деньги. Вопрос в другом, куда все это спрятать? Давайте пока возьмем только пистолеты и патроны. Мы даже можем больше взять еще и обрезы. И куртки. Да. И МП5. Все. Да. Вот. И пойдем искать место для тайника. Huawei 10, ну-ну. Это ваши, как бы сказать, это ваши, короче, возможности или желание приобрести телефон? Вот так вот, наверное. Потому что Huawei 10, ну, типа, стоит там в районе 300 с чем-то баксов.
Ну, типа, не так уж и дорого, но, типа, ну, даже я бы, наверное, себе такое не позволил. А про Galaxy 8 что-то я вообще не в курсах. А, так, Маркус, я тебе говорил. Можно, конечно, попробовать, но не знаю. Я как-то гоночки в последнее время вообще, честно говоря, не то чтобы разлюбил, но я перестал в них играть от того, что... Ну, я миллион раз проходил МФС, я миллион раз проходил там другие гоночки, там типа там флотаута второго. Ну, ну, то есть всей той классики, которая, в принципе, я думаю, многие знают. А новое, что-то мне НФС там вообще не заходит. Вот прям вот вообще. Я имею в виду про вот эти вот спортивные, вот эти вот типа серьезные, которые уже там не аркадки, а симуляторы. Вот я вот про эти имею в виду. Ну вот, а последняя часть меня тупо не тянет комп. Так что, ну, не знаю. А, тебе подарили Huawei 10? Слушай, неплохо, неплохо. Завидую. Завидую со своей трубой. Хотя она тоже такая ничего топовая. Ну, Hot Pursuit мы уже стримили, кстати. Хоть и давненько достаточно, но стримили. Не знаю, я что-нибудь подумаю на эту тему. Я что-нибудь подумаю. Гоночки в стилистике сталкера. Вспоминается стрим с ОГСЕ. Я рекодил PVZ контейнер с артефактами. Ой, с патронами. Где надо проехать 400 метров, и то ты смог намудить. Потому что рукожоп. Чувствую, это будет долгая ходка вторая, но... Посмотрим. А-а-а! Я понял свою ошибку. Ну, здравствуй, сталкер. Здорово, здорово. Вижу, маловато ребят тут осталось. Точка, что же, помянем ребят. Точка, эх, с последней вылазки прошло лет 5. Точка, давай, сынок, пары нам снова силы нашей банды поднимать. Что сейчас было? Это не про донат, а про то, что я кинул рюкзак и чуть не умер. Сломав себе все конечности. Чёртовой бабушке. Здорово, Лим, блядь, нормально. Да? Не, то, не скажу, что прямо многие подохли с последней вылазки. Не могу сказать. По-моему, все так же осталось. Это не может не радовать. Вот. А про все остальное стараюсь, Буду стараться, наверное, если будет возможность и время. Вот. И спасибо за полтосик. В казну сталкерскую. Дико лагает рюкзак, когда открываю его. Вот, посмотрите, вот на это меню 25 FPS. Кого? Еще и при этом... Так как-то все так неудобно реализовано, конечно. Я понимаю их мысль и... Ну, посыл, что они хотели сделать этим рюкзаком. Но он неудобный вообще. Или мне просто с непривычки. Ну, типа... Так-то, в принципе, если подумать, это удобно все, чем просто так вот огромная там шкала ячеек. Но, блин, это лагает тут, вот, меня единственное, что раздражает. Не знаю, на системах посильнее также будет лагать, или это только у меня так? Странно, не можешь же из-за такого количества ячеек так сильно лагать? Олды не боятся. Прям выбало, да. Я старался попасть именно туда. Так, нам это пригодится. Вот что меня больше всего чувствую будет бесить, это выбирать, что оставить, а что выкладывать. Кстати, варненка нашли, но я, по-моему, использовать не могу. Насколько я знаю. Но в любом случае, я пока что оставлю его у себя. Я думаю, пригодится в будущем. Так, все мы там скинули, это такое не особо важное. А, калаш еще надо скинуть, какого черта он у меня тут лежит.
Ну и пока что я думаю, да. Балтику еще скинем, но это чуть позже. Балтика, по-моему, где-то еще пригодится. Дипроб что-то знакомое, блин. Что-то очень знакомое. Мне даже вроде недавно скидывали ее. Надо будет повторно чекнуть, что это такое есть. Да-да, кстати, КВА в курсе, да. Хочу, я тоже хочу, блин, чая люто. Я пришел домой, допил чай утренний, который у меня был с собой. И что-то только посидел. А, кстати, я наконец-то сегодня закончил кое-что очень важное. То, что я думаю, даже, возможно, вы сможете оценить уже завтра. Или в среду, наверное. Вот. Ну, как бы это не будет совсем там прям чем-то новеньким, интересным. Для многих это даже наоборот будет неинтересно. Ну, блин, я старался. Да игра-то нормально, блин, что-то как-то этот самый. Я даже не знаю. Надо будет, как говорю, опять просто мозги освежить. Немножко. Ладно, я ушел флексить, давай. Не свидимся, пойди завтра, но пока пальцы не буду загибать. Может быть, все может быть. Так. Давайте еще раз меримся с ПДА. В теории это место достаточно хорошее для тайника. Плюс оно находится не на земле, а на возвышенности. Но есть трустория у меня. Я немножко уже играл, как я рассказывал, солянку. Я делал тайник в депо. Я сделал, причем его на крыше. И чтобы вы понимали, новичок, который стоит просто при входе, когда я находился на локации, воровал мой тайник и тупо уходил. Оставляя в рюкзаке только одну записку, что тайник украден и все. Ну, я тут последний, тут точнее первый час стрима только и стрелялся и умирал по КД. Сына Сычина. Ну-ну, Сычина. Я сегодня, между прочим... А, ну да. Ну-ну. Как-то, знаете, даже непривычно. Вот буквально час назад здесь везде кишили бандиты. Тут, там, там. Даже как-то без ствола тут не походишь. А теперь... Только кабаны остались тут возле молота, не каюсь. Это Васяна фасоточка, ну-ну. Но не повсюду, как бы. Это слишком очевидная информация. Так, ну наконец-то я дошел. Хотя бы радует то, что пушки, которые в слоте стоят у тебя, ты их не можешь в теории выложить, потому что они в этом меню просто отсутствуют. Просто отсутствуют. Этот тост надо будет починить и одному парню на свалку отнести. Это, я думаю, все можно смело выложить. Теперь давайте еще разберемся с хавкой. Фляжки, я думаю, точно не нужны. Я вообще без понятия, что они пополняют. Вроде как уровня жидкости здесь нету. Ну как, именно это в виду шкала. Обезвоживание персонажа. Так что все это пиво можно тупо смело выкладывать. Рюкзаки я один оставлю с собой чисто так на агропром, потому что там рели будет мясо. И оно будет прямо сегодня. Так, ну этих ребят, я думаю, мы оставим, потому что они вроде как безобидные немножко. Безобидные. Че тогда, пойдем... Пойдем, наверное, сюда, что ли, потом сюда. Вернемся сюда. И будем искать тайник. Это все задания, на свалке их мало достаточно. Было бы еще два, но я их забыл буквально взять. Не знаю, потом возьму. Или как-нибудь мне стрим, если буду играть. А, как фризит игра, когда бегаешь. Жестко. Единственное, что да. Ты
Стоп, подождите, а кабанов не будет, что ли? Сталкер, нужен человек для поиска клада. Щедро расплачиваюсь за работу. Найдете меня в баре. Какая-то туфта играет. Тупо оскорбил чьи-то музыкальные вкусы. Эх. Так, оу, халявные патроны на форт. Сейчас где-то радуется и хлопает в ладоши один радостный Антон. Тут по тайникам, по-моему, ничего такого интересного нету. Так, что я тут могу вообще сделать-то, в принципе-то? Чё с такие за столы модные? РПКшка, прикольно. Я как бомжара бегаю с пистолетом, да, с этим. А, да, кстати, здесь сейчас будет персонаж один интересный. Ну, тупо Васян. Его, наверное, отсюда не видно. Это C96, да-да-да, Антон. Она самая. Вот зараза, я специально за ним полез, он упал вниз, вот чмо. А, ну в принципе. Ну в принципе, да. Ну да. А хотя бы реально радует то, что ты приходишь на следующую локацию, и здесь хотя бы падают патроны с оружия, которое тебе надо. Ну и которое в теории выдается. Кстати. Сейчас как будет весело-то. Что, он пустой? Серьезно? Ну тупо Вадя шила. Ясно. Ни шило, ни мыло. Артефан, у тебя, по-моему, ПКшка-то получше у меня. По крайней мере, у тебя этот самый 10-50, по-моему, что ли. Лимнадик, честно говоря, я думаю, что сейчас-то уж распинываться не стоит. Завтра, опять же, думаю, получится записать видос. Такой небольшой, коротенький, там, в формате, там, влога, не знаю, блога, назвать как это угодно. Для меня это просто мимолет такой вот. И думаю, там ты узнаешь многие ответы на твои вопросы. Меня шило на мыло. Блин, мне сегодня какая-то мысль в голову пришла. А, это касательно работы, короче, неважно, я даже об этом говорить не хочу. Но там тоже самое было. Та же самая была вещь. Шило на мыло. Видел группу наемников на свалке. Вероятно, разведка или задание. Будьте внимательны. Ой, короче. На одни слова, нам всем пиздец. Чтобы вы понимали, там походу появился отряд наемников, которые очень хорошо вооружены, и у них тупо АИМ. Блин, кстати, я в последнее время стал себя приучать к тому, чтобы играть на очень низкой сенсе. Ну, в общем, да, я думаю, вы меня поняли. Вот. По крайней мере, я прошел уже почти два раза Сэма первого, First Encounter, на самой минимальной сенсе. И, блин, по-моему, это было самое интересное и приятное прохождение. В том плане, что условия игры, по сути, остались те же, но ощущения вообще от прохождения совершенно другие какие-то были. То есть больше контроля над ситуацией было с низкой сенсой. Хоть у меня и маленький коврик, но я планирую купить большой такой, гигантский, я бы сказал, как они называются, коврики, которые там по 400 мм там, в длину, там 200 в ширину, вот, чтобы покрыть и клавиатуру, и мышку, и вообще дать больше пространства для мыши. Вот, чтобы мог кабинки хорошенько разваливать. Там еще чел должен быть, но что-то я не хочу на него выходить первым. А, нет, ты не, может, немножко не понимаешь. X-Ray, он
гораздо больше нагрузку делает на оперативку и видеокарту процессора. Там даже i3 мой пойдет старый, который у меня до сих пор, между прочим, лежит. То есть реально для сталкера достаточно даже i3 на 1156 сокете. То есть движок реально настолько простой, что процессом по факту, ну, роли сильно не играет. Даже если ты возьмешь i9, он, конечно, будет свою роль там как надо выполнять все дела. Их тут собака убила, прикольно. Двоих, между прочим. Но из 8 физических ядер у тебя будут использоваться только 2. А то и, может быть, одно. Кто его знает. Обидно то, что с них не выпал ни один комбинезон. И это печально. Бетонно-железные железобетонные собаки. А, подождите, мы же хвосты, по-моему, собрали для Толика. Это уже еще на том стриме, нет? Я что-то путаю. Да, по-моему, хвосты собрали еще на том стриме. Но вот единственное, что я не помню, отдали мы их или нет. К сожалению, насчет этого история умалчивает. Как можно обрызгаться в этом случае? Тебе 4 на 5. Мне вот от того, что коврика, что у меня сейчас, вот это вот Razer, как он там, Голиафус. Да, вроде Голиафусу. Мне мало. Мне уже мало. Кстати, у меня мышка сосла. Шашля шума. Мишка. С Багойзе, мышки. Мне рыли мало. Хотя это считается типа, ну, типа middle-high этот. Ну, типа средний-высокий коврик. Мой предыдущий вообще малюсенький был. Я не знаю, как я с ним жил. А можно снять просто по стволу? Да, спасибо. Я где-то нашел еще одну СТГ. Вопрос, где? У кого я ее снял? Неважно. Я чисто пришел за шмотками. Прикольное сообщение было в чате. Так, авоська со мной. Перекот, здравствуй. Ё-моё. Там еще одни бандюки. Он типа хочет попасть в меня с обреза? Ну-ну-ну, удачи. Пиздец. Слушайте, это интересные ребята. Ну давай, попади в меня. Ну-ну. Я сейчас твоего кореша залутаю, пока ты стреляешь в меня. Если ты один здесь вообще. Ну? А, слушай, он попадает. Я слышу, как дробь упала за мной. Вот сейчас уже опасно. Было бы. Я вообще без коврика живу. Опять Семецкий умер. Оу-ля! А вот это, слушайте, интересно. Вот это вот реально интересно. У меня здоровье 500% и... А, насчет здесь этой нету информации, да? У меня три артефакта уже на выносливость. Но при этом она все равно кончается рано или поздно. Васяны в действии. Васяны incoming. Ё-моё. Мне кажется, я зашел не в свой район. Блин, что-то до сих пор ни одного тайника не выпало с неписи. Что-то как-то даже обидно. Хотя уже должно быть, по идее, хотя бы один тайник выпасть. И они типа редкие.
А если ты находишь редкий тайник, там гарантированно что-то интересное. Мне бы костюм бы хотя бы нормальный, что ли, с грузоподъемом там 150 килограмм. Хотя я не знаю, для чего это мне. Я использую только два оружия. Но таскать много бы вещей мне бы хотелось. Ну и хотел какую-то защиту от Васяна, хотел бы также. Как дела? Да нормально так-то в целом. Работа бы еще не зря, было бы жестко. И было бы вообще, я бы сказал, идеально. Потому что завод сейчас реально столько времени занимает свободно, за чего я не могу заниматься ни стримами, ни видосами. И это немного как бы убивает. Немножко морально подавляет. Привет, брат! Энтер, здравствуй, здравствуй. Вовремя. Между прочим, сегодня я себя хотел заставить подрубить вообще в 5. Но у меня домой получилось только в 5 прийти, и что-то я засиделся там над одной темой, короче, и дотянул до того, что стрим опять начался, как обычно. Еще и с опозданием. Я решил там рамку поменять, там стоп, стоп, стоп. Мне показалось, я нашел Витязя. Блин, я бы с ним побегал. Вот, пожалуй, единственный... Ну как единственный, один из немногих ПП, этот SMG, типа шовечки SMG, с которым я бы хотел побегать. Не знаю, меня что-то прикал, как он выглядит. Ну и плюс немножко о нем наслышан, что он хорош. Чуть-чуть. Так. Честно говоря, я даже не знаю, что еще можно выкинуть такого. Здесь буханка хлеба, это 3 килограмма. Нафиг я это с собой ношу? Колбаса, бутеры, Балтика, есть в чем проблема? Ничего, на пенсии займешься каналами, стримами. Ну-ну, а отдохнешь когда-нибудь потом, там, в могиле, не знаю. Не в другой жизни. Классика, чё? Классика. Вышел тизер фильма «Чернобыль». Если это ответвление от сериала «Чернобыль», мне вообще ни разу не интересно. Ой, что-то тут, помню, будет нехорошее в этом туннеле, кстати. Так что МП-40 придется достать и перевести ее впервые за 2 стрима в авторежим. А что-то я тут помню, мне не понравилось. Что-то мне там не понравилось. Вот я такой и хочу, Антон. И на мышку, и на клаву. На клаву не знаю зачем, но... Просто из-за громоздких размеров мне он нравится. Твою мать. Что это? Куда она делась? По-моему, наверху. Не, про фильм 6 мая выйдет. Мне интересно. Вот быстрее бы 16-23 мая. Вот это я понимаю. Что это? Что за волк? Хи! Слабый. Что это такое? Похоже на какую-то вырезанную модельку из-за этого... Даже не Скарима, что ли? Я бы сказал, а Беливина. Кого-то хищника. Ну, наверное, он опасный, я думаю. А может быть и нет. Ну, 16-го выходит Джон Уик новый, а 23-го Ладин. Что непонятного-то? Мне кажется, на Ладин вообще обязан каждый сходить, как и на Джон Уика нового. Так что...
Эх, лихие 93-е, ну-ну. Почему до сих пор подсвечивается туннель, я не знаю. Хотя пушку я уже подобрал. А, кстати, Юрик-то куда ушел? Мне же ему пушку надо отдать. Бес. А, ну Юрик уже на кордоне, ну классно. Уже ушел, ну красава. У меня зимние фильмы, и еще боюсь в кинотеатре. Я наоборот, я людей в кинотеатре ненавижу. Потому что обычно это всякие животные попадаются. Вот реально, из-за чего я не люблю ходить в кино? Дома оказаться. Это из-за других людей. Да с книжкой толковой. Я думал, с рубом сплошной. Пожрать бы чего хорошего. И такое реальное ощущение, что каждый второй не умеет себя вести в кинотеатре. Из них. Не тупо каждый второй вот вообще не умеет. Ты не света, не боишься. Это как в той поговорке. Я и мой друг всегда со мной. Это тень. Так. Мы тут бегаем, бегаем, смеемся, смеемся. Но я тут задание какое-то хотел выполнить. А вот какое, уже не помню. Нам Костя не давал ты задание на второй тайник случаем. Потому что я так, честно говоря, его не вижу. Или он его дает позднее. Ломать мясо. Сидорович просит найти. Ну ладно, чуть-чуть давайте тогда сбегаем на кордон. Там отдадим пистолет этот. Пулемет Юрику. А Костя там просит также еще золотую рыбку забрать. На фабрике. Ну и плюс работу брать, наверное, никого больше не будем. Не будем. Чисто чтобы тайник от Кости получить, потому что что-то там вроде в нем будет полезно, что ли, насколько я помню. А может, зря и бегаем. Ну, задание, тем не менее, все равно придется сдавать, так что давайте потратим на это минуток 10 максимум. Не думаю, что это займет много времени. Плюс стамина сейчас много стало, можно бегать смело. Только так. Помню, помню. Мне кажется, кого единственный, кто помнит здесь? Сколько тебе еще? Ну, помимо там меня, шишки еще. Может быть. У меня сегодня наушники побывали в стирке вместе со штанами. Сейчас они стали лучше работать. Ну, понятно, ты же их постирал с лаской. А многие вещи с лаской становятся лучше. А, то есть вы все помните, ну понятно, я тут уже думаю, что единоличник такой собрался тут. Помним, любим, но не скорбим, к сожалению. Почему здесь четверо, и двое из них это враги? Да. Я его вижу, конечно. Но большой роли это не сыграло. Чё они тут забыли вообще? Фиг его знает. Блин, бедные неписи, а. С каждым трупом их становится все больше и больше, а тайников вообще ни на разу не прибавляется. Сейчас, кстати, наверное, еще зомби будут, я думаю. Они, по идее, должны появиться уже. Да я без понятия, честно говоря. Абсолютно без понятия.
По крайней мере, информация такой я не владею. Тихо, тихо. Не знаю, зачем я это делаю, но мне кажется, с них, возможно, могут дропнуться хвостики. Хотя Толику я уже хвостики все отдал. Зачем я хвосты собираю? Тем более их еще и нету. Мне кажется, это вообще самый первый спаун собак, с которых, ну, хвосты выбить, ну, крайне сложно. Можно, конечно, залезть и там в файлы игры, там подкрутить шансы падения частей мутантов, но этого делать, конечно же, я не буду. У нас честный проходник. Интересно, попаду в ту собачку. Ну, попасть-то я попал, но... Почему эта собака выдержала бронебойную пулю Маузера? Как это так вообще? Еще и без хвоста был. Ой. Так. Куда мы идем с пятачком? Мы идем... Кстати, интересно... это, наверное, сейчас большая ошибка была у меня. Сейчас заодно с доктором поговорим. Там же у Петрухи же этот самый стадо зомби до сих пор ходит. Я же забыл про него. Прости, совершенно. Прости, разговора не будет. Нет, вопрос, это стадо сможет убить Юрика или нет? Что-то доктора нету. Я реально не помню, я с доктором же не говорил на тему того, что там я из крови хожу, да, ведь? И задание мне не давал. Я думаю, на это на сюжете не скажется. Эти собаки просто по КД респаются здесь. Ну, хоть что-то. Но Петруха, как мы уже убедились, он бессмертный, а вот Юрик, мне кажется, не... Чё-то мне подсказывает, что Юрик нифига не бессмертный. Так что, возможно, сейчас будет рип-игра. Да, зомби все еще ходят. Мужики, я бегу. Ёб твою. Что здесь происходит? Нет, не мне, к сожалению. Но, честно говоря, хотел бы научиться. Привет, брат! Я не знаю, есть вообще смысл их убивать? Я убил одну аж старуху. Она была пустая. Тут, кстати, какой-то парень отъехал. Не то по Даньку грозу. Но знаете, что самое интересное? Юрик тоже бессмертный. Это не может не радовать. Рано или поздно они здесь всех убьют. Так что осталось подождать, я думаю, еще пару стримов, и здесь будут все зомби уничтожены. Ой, блин, как из-за них лагает игра, вы бы знали. 14 FPS. Тупо 14. 1-4-14. Не, я кого дитька. Не знаю.
Патрон только проверишь, как на прошлом стриме. Да я знаю, так что нет смысла. Тем более, там, говорю, опять же, два перса бессмертных, они все сделают за меня. Не имба, а фича. За тебя Петруха погиб. Ну-ну. Ну-ну. Вот единственное, что... А, стоп. Стоп. Мне нужно перенести кости артефакта золотая рыбка в заброшенной фабрике. Фабрик. Это же не золотая рыбка. Фабрик. Блин, кто мне напомнит? Фабрика... Это же это. Что это было? Неважно. Артефакты где находятся? Блин, конечно, было бы прикольно, если бы можно взять было с собой бессмертного персонажа. Это тупо гарантия того, что ты пройдешь игру. Но это тупо вот гарантия. Но проблема в том, что это тебе не мизери, там не какой-то там. Мини-Чернобыль там. Если же напарников брать нельзя. Но я вам скажу для затравки, я тут посмотрел пару стримов тут, так, по приколу. За какое-то задание дается, короче, турель. В этом моде, которая а бессмертная, а, б ее физически никто не сможет увидеть и атаковать, потому что турель считается неодушевленным предметом, точно так же как этот куст, не знаю, машина, это вот силовая, не знаю что. Короче, неписи, вообще любые враги не реагируют никак на нее, и у нее бесконечные патроны, просто вот. Я не знаю, за что эту штуку дают, но сколько я стримов там по приколу не чекал, по солянке этой, тупо каждое второе, даже каждое первое животное бегает с этой штукой. И всем ломают кабину. Просто всем. Блин, где золотая рыбка? Я вот не могу вспомнить, где она находится. Типа фабрика, вот. Это АТП вообще. На нее может быть, она же в коровниках, правильно? Ладно, пошел удачи. Давай, мурат, удачи. Ау. В прошлый раз, по-моему, она где-то была здесь. Даже, по-моему, она где-то была вот тут. Я, конечно, могу предположить то, что она куда-то могла укатиться. Где... А, вот это не она случайно? Мухомор, прикольно. Не, ну мухомор, конечно, это круто. Но я еще не мухомор. ТПК мертвого новичка. Так, сейчас, возможно, мне потребуется помощь зала. Собаки вроде меня пока что не агрятся сильно. Шалом, господа и дамы, здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Кто подскажет стримеру, где находится рыбка? Ну блин, это не рыбка, я же понимаю это. Прекрасно понимаю. Это же не рыбка. Но в принципе взять ее можно. Ну ясно, ясно все, короче, понятно с тобой. А, я понял, я нашел мухомор, который обязан ты съесть, чтобы увидеть, где находится золотая рыбка. То есть это... Эти предметы как-то связаны.
Нет, это фабрика, на которой я сейчас, она есть в оригинале. Эта карта, она вообще почти не изменилась из оригинала, если что. Вот она, вот рыбка-то. Вот. Я ж помню, что она здесь. Надо было просто перезагрузиться. Нужно было просто перезагрузиться. Я ж понимаю, что что-то не так. Она должна быть здесь. Все стало на свои места. Осталось только как-то достать. Ну так-то да, если съешь, то можешь много чего увидеть. А, кстати, слышишь, Сав. Ваш... Ну, ты, наверное, в курсе уже, что вас этот лабораторный этот цех закрывают с пятницы. Что, типа, все отъезжает уже от вашей стряги, он полностью. Какой-то другой организации. Блин, так обидно. Мы там в прошлом году, блин, вам два этажа извещателей поменяли. Потратили на это часов 7, наверное. В жизни своей. Блин, что, неужели я так сохранился? Классно, что теперь меня выкидывают. Давайте еще раз попробуем. Ну, типа, нам дали команду поменять, мы поменяли. В чем проблема-то? Мы ж не сами по себе захотели ставить их. Так, сразу надо нажимать назад. Потому что я понял, этот дурак прям сразу телепортируется. Как только я появляюсь. Давай. Так, тихо, все, отошел. Так, какие идеи будут? Как мне эту рыбку достать? Иначе телепортнулась, оказывается. Так, ну для начала мне потребуются перчатки. Во-вторых, придется получить немножко дэмэджа. Немножко дэмэджа. Вот, а в-третьих, даже не знаю. Блин, граната бы ее, в принципе, можно было, я думаю, подцепить. Она вообще застряла. Падла. С другой стороны, это как? Она вообще застряла в текстуре. Вот в чем проблема с золотой рыбкой, она не умеет левитировать над землей, она просто лежит как предмет любой другой. Из-за этого она вообще не перемещается. Ну то граната нужна, то даже не обсуждается это. Твою мать. Пролезть сюда я не смогу хоть как, хоть усрись. У меня моделька больше, чем это отверстие. Блин, что делать-то? Что делать-то? Как только подхожу, мне сразу депортируют. Блин, надо гранату. Нельзя мне пользоваться. Единственное, что. Хотя, если рассматривать... С какой целью ты их используешь? Убить противника или что-то сдвинуть с места? Так в этом-то как раз-таки обида. Небольшая. Так что, слушай, это самое, в пятницу, когда вот будет последний день там рабочий, ну, учебный. Нужно обязательно что-нибудь оттуда спиздив. Он вообще не двигается. Он вообще не двигается. Если даже, наверное, кину такую модельку гранаты, ей будет пофиг.
ну. Ясно. Ясно. А там я, значит, не сохранился, да, когда я взял уже эту? Ну, вообще прекрасно. И какие идеи это будут? Кто сможет предложить здравую мысль? Как это можно достать? Есть у меня, конечно, мысля пожертвовать вторым артефактом, чтобы достать этот. Но как это сработает, вопрос. По-моему, силы передвижения каменного цветка не хватит, чтобы вытолкнуть золотую рыбку палкой колбасы. Ну, я думаю, такое себе идея. Не знаю, давайте попробуем как-то одну гранату кинуть. Считайте, что мы просто ее скинули в никуда. Она с 96 сантиметр. Нафиг я кину дымовуху вообще, а? Какой смысл был от этого? И... Не, ну слушайте, в принципе она сдвинулась. В принципе она сдвинулась. Да, она сдвинулась с мертвой точки, но теперь очень нужно, очень прямо вот так вот не делать. Прям еще чуть-чуть бы вот. О! Ну ясно, понятно все. Лишь бы не работать. Зацелился, блин. В телепорт. Но я же не пользовался ими, по факту, то против врагов. Я просто их выкинул. Я их просто выкинул. Ну, надеюсь, когда я приду, она не исчезнет. Или... не ускользнет обратно в угол. Какой вообще радиус прогу в этот портал, мне интересно. Вот черт. Кажется, она сместилась. Пиздец. Как так? Как так вот? Там еще собака ходит. Давай сюда иди. Что ли? Кстати, пытался взять тайник под мостом в Припяти, где я свою 30 патронов к ней. А там же изи. Там просто приседаешь и все, можешь взять спокойно. Возможно, одну пачку придется подтолкнуть, чтобы взять. Но винтовка там со всем остальным берется точно без проблем. Это что я взял? Неважно. Хм. Ну так-то, в принципе, логично, что рыбка гораздо радиоактивнее по фону, чем это. Кстати, мухомор тоже радиоактивен. Но почему его нельзя убрать в контейнер? Вообще, нафиг этой игре мухомор нужны? 500 рублей так-то стоит, в принципе, да. Но он дает не такой сильный фон радиоактивный, как я думал. Так, это отдали. А, нет, мы нифига же не отдали еще этот МП5-то.
Блин, надо идти как-то разбираться с зомби, что ли. И мне никак не отдать ее. Сейф, да-да-да, сделал, спасибо. Мне как-то надо ствол отдать. Потому что по-другому. Смысл тогда я ходил сюда. Грибочек за 500 рублей. Кто возьмет мне за 500 рублей грибок, а? Поднимите руки. Я не жадный сегодня. Сделаю скидку 450, так уж и быть. Зацепило меня! Вот скотина! Хотя бы вот это вот убейте. Зацепило меня! Во! Короче, надо просто какое-то время посидеть здесь, и они всех перебьют, я уверен. Грибочки стрёмные. Ну, кстати, да, вот, я не знаю почему. Мне вот грибы вот в их чистом изначальном виде вообще что-то не нравится в жизни. Они какие-то такие мягкие, какие-то сырые. Абсолютно как-то несъедобные на вид. И даже когда их готовишь, ну как-то, ну, желание съесть их больше не становится. Алло. Ну что, бессмертного, что ли? Кушать, кушать хочу. А что, бессмертное? А, ну в принципе так-то нормально. Одна обойма патронов на одного зомби. Ну так-то, в принципе, слушайте, неплохо, мне нравится. Ребят, по-моему, вас лучше получается убивать нежить, чем меня. По-моему, гораздо лучше. Дима, всегда мимо. Вообще-то я попал там, много раз даже. А вот, кстати, и ручки подошли. Так, а где Толик-то? А где Толик-то? А, ну Толика проблема, я понял. У Толика проблема. Ну не знаю, честно говоря, я не пробовал. Ни одного раза хотел, чтобы понять, что грибы что-то не такое. Давай, Юрик. Давай. Блин, это надолго. Это надолго. И что с этим прикажете делать? Было бы их тут таких вот 10 вот толиков и этих юриков. В принципе, они бы могли и завалить. Когда-нибудь его война закончится. Ну да, он всех перебьет. Рано-то или поздно. Ну прикол в чем? Петруха там хоть что-то более-менее стреляет. Он там плюс в аномалию еще загнал, красавец. Но Юрика по КД станет, и он стреляет очень редко. Он в аномалию всех загнал. Хорош, хорош. Только я не знаю, иногда может вообще или нет. Блин, за этим интересно так-то наблюдать. У меня больше вопросов к тому, как они долго будут убивать вот этого вот парня. Типа у него очень много здоровья. Знаете, чем прикол-то? Почему-то там чипсоны, знаете, эти вот сухарики с грибами, всякие соусы, все грибные, блин, они нереально вкусные. Но сами грибы по себе отстой. Просто отстой.
Блин, когда-нибудь они рано или поздно реально закончатся. Вот Петруха уже разобрался со своими. Так что та толпа, уверен, тоже долго не продержится. А вообще, если бы Юрик не был дураком, он бы мог бы всех отвезти на блокпост военных. И там бы этот вопрос просто бы порешали за 2 минуты. Даже меньше. А поскольку они дураки все, они-то кругами будут до вечности ходить. Там 10 самых долгих кровопролитых войн. Не, ну у Петрухи вообще классно получается. Так он бы попадал бы еще немножко. Ну куда ты стреляешь, там в голову надо. Блин, за ним смешно наблюдать. Просто смешно. Куда ты пошел, ты идиот? Куда он пошел? Кого он стреляет? Что ты делаешь? В кого он ебашит, мне интересно. Чё? Мне кажется, скоро он меня уже прикончит. Рано или поздно он промахнется. Как ты, блядь, стреляешь? Ну-ну, Комаров отмахивает, ну-ну. А куда этот-то ушел, кстати? А, слушай, Куин его тащит. Молодец, молодец. Хорош. Сейчас они к военным подойдут. А вот это уже будет поинтереснее. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Я сейчас, короче, часть этих зомби отвлеку на себя. И FPS просто нету. 7 кадров. 7 кадров. Пам-пам-пам. Петруха что-то вообще, мне кажется, заела жестко. Во. Сейчас все порешаем. Просто этих зомби сейчас мы выйдем на военных. Не знаю, конечно, что из этого получится. Но посмотрим. Ну да, да. Вот этот парень вот прозрачный, единственное, что меня напрягает, у него очень много хп. Его можно так-то сфоншотить, единственное, что кувалдой, но я не могу ее пользоваться. Парни, я к вам веду интересных личностей. Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Ля-ля-ля, сейчас еще будет. Ля. Ля, сейчас еще будет. Чё? В смысле? Не понял. А при чем тут я? Так, в смысле? В смысле, военных не... В смысле? Вот, такое дело. Как они этих вот прозрачных убивать будут, мне интересно. Их там вроде даже 2. Их там где-то еще патроны зажигательные. Но они парочку уже убили, меня это радует. Так, ну окей, они справятся. Я уверен, они справятся, но что делать вот с этой толпой?
знаешь, тут может пойти не так. Вот и я про то же. Так, у меня вопрос, что с Петрухой? У меня по-прежнему флешбеки? Куда он делся вообще? Петруха. Так, ну Петруха по-прежнему... А, ну Петруха что-то вообще хуй забил, короче. Ну понятно, все ясно с тобой. Ясно. Лишь бы не работать. Так это ж военные, блин. Еще бы не надо были день зажигалок в зоне-то. Хотя бандиты стреляли на свалке, кстати, тоже зажигалками. Где они вот нашли их? Без понятия. Так, ребята. Тут просто мясо. Это не особо на меня агрится. Ой. Как у этих ребят дела проходят? Ну, в принципе, как я и думал. Проблема с прозрачностью все-таки остается еще открытой. Ну как сказать, люди? Я стараюсь. По-моему, их так бесполезно вообще убивать. Ну, чисто, по-моему, так. Ну так, между делом, пока они там не особо обращают внимание. Там, конечно, еще один боец. Копыта откинул. Ну хотя бы это бессмертный, то ладно. Какие там бандиты там? Ну, вот где есть сок. Так, ну с этими-то все понятно. Интересно, как это освободить? Вот Петруха это вот, ладно, бездельник. Вот, что с этими поделать? Я даже подойти к ним не могу. Даже подойти не могу. Что-то они как-то вообще на меня внимания не обращают, даже когда я рядом хожу. Даже когда стреляю, в них тоже внимания не обращают. Палка колбасы, мне кажется, тоже в этой ситуации не особо-то поможет.
Давайте пока здесь херня происходит, посидим ДС. У меня есть, кстати, идея, как это можно исправить. Я сейчас просто уйду к Сидоровичу. Попутно загляну в свой тайник. Когда я приду сюда, по идее, все зомби должны исчезнуть и заново перезагрузиться. Возможно, даже моделька Юрика уйдет обратно к костру. Как вариант. Так что я думаю, есть смысл это попробовать сделать, потому что... Ну, на это смотреть уже я уже устал. Поможет реально убить эту толпу вот что. Я даже могу это показать. Ну, понятно, я потом перезагружусь. Но это тупо смерть. Ну вот, то есть... Блин, 5 кадров, серьезно. Ну, то есть, ну как бы, ну да. Вся толпа легла. А, тут еще эти. Ну, прикольно. Круто. Короче, нет, даже если он убьет этих вот всех вот. Даже он если всех этих убьет. Тут еще 4... Прозрачных это пиздец. Он их ни за что в жизни не убьет, даже если он тут будет ночами в них стрелять. Ну, блин, прорисовка. Все наше. Ограничена особенно прорисовка. Не знаю, получится ли у меня перезапустить, так сказать, локацию. Но попробуем, попробуем. По крайней мере, видите, прогресс уже какой-то есть. Там даже военных поубивали немножко, там бесполезных, которые даже будут не нужны. Так, сейчас мы попробуем... А, видите, они уже там немножко перегруппировались. Это хорошо. Мне бы бинокль, конечно, в идеале. А, слушайте, Петруха же вроде бинокль продает, а у меня 6000. Хотя нет, не думаю, что это сейчас так прям важно. Бинокль тут покупать. Я вообще даже, честно говоря, не знаю, на что деньги копить. Потому что вроде бы все, что надо для прохождения есть. Значит, такого прям конкретного-то и не хочется. Так, что у нас тут есть вообще такого полезного? Угу. Ровным счетом ничего. Ровным счетом ничего. Ну нафиг я тогда сюда пришел? Вопрос. А, мы до сих пор, кстати, сюда еще не сходили. Каким бы P40. Блин, к сожалению, такого здесь делать нельзя. Разве что за этим. Так, у нас есть медуза, 2 камешка, выверт и рыбка для кости. Все это надо будет либо продать сейчас. Может быть, у кого-то даже задание на эту тему есть. Я так играл в 5-й Far Cry. Да ну, неужели настолько все плохо? Так, язык упыря. О, клык хищника у меня есть. Да. Давай, что ты мне за это дашь? О, черная энергия, слушайте. А это интересно, я могу с помощью нее что-то починить даже по заданию. Угу. Так, что еще? Ломать мясо, комбинезон наемника. Кстати, могу оформить, у меня он тоже есть. Только, по-моему, не здесь. Или здесь. Так, консервные банки. Что-то собирать, честно говоря, неохота. Но, в принципе, он там дает 3500, так что возьмем. А за костюм что он дает? Неплохие патроны и пистолетные патроны. Такое. Борис, выходить, ты просто так отужались. Не, ну то, что загорелся дым, загорелся трава, это по классике. Far Cry. Так, 4, ой, 6 здесь есть. А, вот, кстати, костюм наемника, это я могу отдать его прямо сейчас.
Да нафиг он мне нужен-то, возьмем. Так, тут нам ничего, наверное, не нужно больше. Водку тоже сюда отложим. Так, нам где-то надо еще найти 4 консервные банки. По-моему, на свалке они есть. Единственное, что я их с собой не взял, да? Ну да, ну дурак, тупо. Так, что еще то по работе? Так, ломать мясо остался у него. Блин, ломать мясо и сидр просит. Пять хвостов собак, кубки смерти, капля, фляжки, жетон. О, фляжки, кстати, могу оформить. Патроны, кстати, дает неплохо. Хвосты тоже, в принципе, могу оформить. А за капли что он дает мне? Неинтересно. Капли мне самому нужно радиацию выводить. Вот мне интересно, когда у Сидорича появятся хоть какие-то товары? Что притащил? Поинтереснее, чем просто ничего. Ух ты, смотрите. Он стал патроны продавать. По 12 тысяч за 300 штук. Слушайте, надо будет накопить. Они пригодятся нам. Вот у меня и банки консервные есть по 400 рублей. Но брать 4 штуки за 800... Ой. За 1600 как-то... Блин, по-моему, у меня есть на свалке. Братан, я ты не врубаешься? Сколько. Мне нужен реальный товар. Консервная радость туриста. А, две штучки только там, да? Ну, давайте еще две штуки купим. Я потом сгоняю. Наверное, уже после стрима. Чтобы время больше на это не тратить. Значит, еще у меня патроны появились. Патроны появились. Иж 27 есть он какой-то. ТОС у меня есть, я починю так для этого, для Петрухи. Но так ничего интересного, да, для нас нету, кроме патронов. Вообще. Ну ладно, пошли туда. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Тогда пошли отсюда. А, мухомор, кстати, он хоть покупает их вообще? Да. Но только за 37 рублей, а не за 500. Что за обманка? Братан, ну ты не врубаешься? Мне ну проветришься, заходи. Так даже не интересно. Так. Ну все как трамплин. И тебе грунт светлее, и на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет. По поводу хвостов, кстати. У нас есть 4 штуки, блин, надо где-нибудь еще один найти. Так, значит, присел. Тут нету, да, ведь ни одного. И там, по-моему, как нету, да? Упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Тебе трустори опять пошли. Ну, блин, все хочу начать книгу читать эту по сталкеру. Ну блин, все это работает так, блин. С этим настроением. Сухим из одного места. Прям вообще какого-то прям. Не то чтобы не желание, прям сил вот нету. Вышел вот вчера, буквально яркий пример. Я хотел на самом деле этот стрим вчера сделать. Но я что-то такое пришел домой, поел там, как обычно, там что-то попил чайку, лег в кровать. И вы знаете, что происходит, если я лягу в кровать. Я тут же моментально просто уснул. И встал, наверное, часов... А, я в 3 часа ночи встал. Я встал в 3 часа ночи и понял, что у меня там комп включен, все дела включены. Ну и, в общем-то, вечер пошел впустую. Блин, так много хотел сделать. В итоге получилось нифига. Раза. Так, все, минус патроны. Мне бы один единственный хвост. Где его найти, я не знаю. Его просто нет нигде. А, подождите, там еще в туннеле же лагерь есть незащищенный от собак. Так что, в принципе, не так уж все и потеряно. Ой-ой-ой. Зачем я встал туда? Там уж от костюма, мне кажется, ничего не осталось. После такого.
Так. Ну где собаки, когда они так нужны? Кстати, судя по стрельбе, там все закончилось. Судя по стрельбе. О, видите, Юрик телепортнулся обратно. Ну отлично, все, побежали туда. Побежали туда. Я не думаю, что я смогу найти там в этом районе хвост, но попробую. Тут что происходит? Ничего хорошего, да? Кстати, он, по-моему, один остался. А, ну да, ясно. Понятно, понятно. Меня решили взять за зомби, да? Ну, понятно, ясно. Ничего нового. А я и так долго не умирал. Аж минут 5, наверное, или 7. Димка, Димка, здорово. Зря ты приходишь так поздно, после 2,5 почти часов. Многое пропустил, придется запись, наверное, чекать. Завтра. Потому что реально было много чего. Такого. Что два раза уже неинтересно смотреть. Ну это надолго, это понятно. Так, зомби. Слушайте, а он много, кстати, убил. Он достаточно много убил. Молодец. Реально молодец. Или это аномалия там перебила половину? Фиг его знает. Но в любом случае, Юрик молодец. Сейчас мы дадим ствол, теперь будет еще сильнее. Так, тебе надо взять задание на тост, да? Так, в смысле, я не понял, что такое происходит у вас? Что это такое? А, то есть вы со мной даже говорить не будете, да? Между прочим, тоже так умею. Умел, точнее. А что они с нами говорить не хотят? Алло. Во. От гадство. Так, це знати броніше, що стільки тягати на собі доведеться. Патрони, їжа. І важить усе це діло до біса. Нічого, нормально. Прорвемся. Не зря ж я тут вон сказав. Угу. Ну хотя бы все, один камень с души убрали. Эту штучку мы отдали. Че, тогда пойдем руки по стрезанке и сможем. И пойдем отсюда. Потому что тут делать больше реально нечего. В этом зомби. В апокалипсисе. Мы все остальные в аномалии. А мы сделаем так. Мы сделаем по-хитрому. Игра, конечно, умная, но мы гораздо умнее. Так, и чего у нас, получается, остается после этого? А, хвост. Надо хвост поискать на ЖД насыпи. Если не найдем, придется идти на свалку. На свалке вроде еще собаки остались. Но в теории должны быть и здесь еще. Арт, нет, сейчас я поищу собак еще. Если не найду собак, пойду, короче, обратно на свалку. Там отдам арт и пойдем тогда на агропром. Вот там будет реле весело. Там будет вот столько лута. Я как раз планирую еще часик где-то поиграть. Все-таки затор на завоз. На удивление, что я заметил, когда убивают неписи, мутантов, любых, шанс упадения почти стопроцентный. Что самое интересное. Когда убиваешь ты, ну извините, подвиньтесь там. Дай боже, чтобы процентов 15 хоть прошел шанс. Чтоб тебе что-то выпало. Так что, ну, блин,
Так-то интересный факт. А еще интереснее, когда они в аномалии умирают, тоже почти шанс там чуть ли не стопроцентный на выпадение. Так, ну собак я слышу. Но есть ли у них хвосты? Так, у нас 4 шанса выбить хвост. Как думаете, сколько я найду? Фу, тупо с первого. Тупо с первого выбил. Ну да. Тупо с первой повезло. Че, сейчас тогда хвосты отдаем и уходим обратно. Потому что что-то делать больше нечего на этом кордоне. Только это дичь происходит. Так, обидно, что самое я не могу использовать ПД и бег одновременно. Я хотел сориентироваться по заданию, что там еще. Не знаю, может быть, по словам человека с прошлого стрима, я не помню его ник дословно, но кто у нас там помогал по прохождению и немножко направлял там в некоторых вещах. Возможно, мы реально зря бегаем по этим побочкам, по всем. Но фиг его знает. А, кстати, насчет фляжек. У меня две. Тут, по-моему, есть немножко. И, по-моему, на свалке еще куча там валяется этих фляжек. Да, здесь одна. Сейчас быстренько посмотрим, сколько там их. Тебя не выйдет, фигней страдает. Если нет, то точно пойдем обратно. Я что еще думаю? Надо бы вот, я думаю, как-то завтра собраться, что ли, или после уже завтра. Ой, какая красота! Прям всего хватает, чего надо. На, короче, вот это прохождение, как это будет на лайв-канале оформить нормально. То есть сделать шаблон тегов, какое-нибудь название, хотя название там, в принципе, уже и так есть. Какую-нибудь пикчу поставить, хотя бы не вырвиглазную. Ну и, в принципе, ничего сложного. Нажимаешь на тысячи там две кнопки, и все. А лышпы-то убийца хочешь. Класс, за нас голодного. Такого, чтоб... Лучше... Ладно, ничего больше интересного здесь нету, пошли отсюда. Тупо пошли. Короче, запомните, вот, наверное, интересный вот буквально вот элемент. Если что-то не получается, нам просто отойти на 500 метров. Тогда локация перезагружается, и все встает на круги своя. Непись телепортируется куда надо. Монстры даже половину умирают в аномалиях, что не может не радовать. Ну и, в принципе, все круто. Единственное, что надо почаще сохраняться. У-у-у, бандиты. Круто. Блин, не допрыгнул. Это еще один. А в реальной жизни можно так сделать? Ну, кстати, отчасти, может быть, да. Потому что, когда ты отходишь, по-моему, локация тоже немножко перезагружается. Ну, не так сильно, как хотелось бы. У меня вопрос, где он? Ясно все. Эх ты, труп, понял? Ой, да ну нахуй, ах, ё, больно, блядь. Я ж думал, хаешка. Я уж думал, хаешка.
Хорошо, что у них нету хаешек, они бомжи. Хотя по классике жанра, я думаю, она должна быть у каждого второго. А то и у каждого первого. Интересно, у них как гранаты генерируются вообще? То есть граната в теории есть у каждого. Получена информация о тайнике. Ёб твою мать. Ёб твою. Так, кто-то сегодня, короче, не закончит, пока не дойдет до Акропрома, точно. Кто-то сегодня стрим не закончит. И где же это? Пи! Еще и по дороге. Ну просто... Просто найс. Так, я уже буду делать прогнозы, что здесь лежит. Давайте сделаем некоторые ставки. Что здесь может лежать? Здесь по-любому что-то очень годное. Вопрос что? Костюм? Оружие, патроны, артефакты, части мутантов, гранаты какие-нибудь имбалансные, ящики водки. Или может быть что-то еще гораздо круче, чем все это. Ну короче, я вам уже рассказывал, что было в прошлый раз, когда я нашел редкий тайник. Это был бандитский скелет ПКМ с двумя этими бункерами, или как они там называются правильно, эти вот магазины для него. Редчайший артефакт, еще там пару артефактов, там две лапы самого мощного мутанта в игре. Ну, короче, ну такой жир был, ну тупо жир, откровенно говоря. Консервы. Ну, кстати, было бы неплохо, они сейчас нужны. Без сарказма. Но я тупо сегодня не закончу, пока я не найду этот тайник, а я именно туда сейчас и иду. Я туда прям сейчас и иду. То есть, смотрите, мы сейчас врываемся просто с двух ног на свалку, отдаем тайник Косте. Он, возможно, даст тайник и задание на еще один тайник, но мы его пропустим, потому что я, во-первых, не помню, где он. А, нет, я помню, там рандомный, короче, шанс, где он может заспавниться. Но я, честно говоря, не хочу, потому что там оно телепортирует тебя в лес, а там что-то там зомби будет, какая-то там вообще, короче, жопа полная. Так что я не хочу с этим даже как-то сейчас возиться. Мне больше тайник интересен. Здрасте, здрасте. Как ваше ничего? Меня этот вопрос, кстати, очень прикалывает, когда ты приходишь на объект кому-то. И ты знаешь, что изначально там дела не очень обстоят. Ты такой задаешь вопрос, как ваше ничего? И тут тупо рейдж сразу же, с двух ног. Ух, как. Убил тут, она уже, он долетел до сюда ж. Стоп. А ты что здесь забыл? Это тот парень, которого я вылечил на этой, на свалке. Мы, кстати, можем и куртку продать. Как вариант с этим всем барахлом. Что нафиг мы его с собой носим, вообще не понимаю. А, нет, кстати, калаши мне не будут давать, возможно, еще пригодятся. Вот это вот забираю прям вообще смело. И что же не отдам? Какая-то пушка у тебя будет. Ай, где сюда? Ладно, стрим, я пойду уже, надо кое-что сделать. Всем ПБ, давай, Виков. Спуки. Это какой-то торговец, вообще странный, честно говоря. Толком ничего не продает, а цены у него вообще конские. Прибор ночного видения 25 рублей. Какой-то скорпион 16700. Ну, типа, ну зачем? Не понимаю. Блин, что же в тайнике интересно? Что же там такого? А, кстати, я что, же версию еще не выставил, да, что там может быть? Если это петля гейна Букина, я думаю, да. Лизоруб здесь точно есть, петля, не знаю.
Знаете почему? Точнее, знаете, что я думаю там в том тайнике? А, костюм, наверное, вряд ли уж в третий-то раз там попадется. Но вот какая-нибудь, возможно, снайперка или дробовик даже. Хотя, учитывая, что это агропром, возможно, это будет тайник какой-нибудь военный. То есть какой-нибудь калаш, там патроны, может быть, к нему, и какой-нибудь армейский даже броник. Как вариант. Потому что, как ни крути, локации, на которых тайники лежат, они привязаны к группировкам, которые обычно там обитают. Если мне в прошлый раз вот на свалке выпал там бандитский, по сути, тайник с ПКМом и бандитским скелетом, то даже не знаю, не знаю. Блин, прям раздирает этот... вопросов, что там такое может быть. Так, ну что, расшифровал бы, да. Ох, эти булыжники. Ну, удачной охоты, сталкер. Так, да, он сейчас, короче, свой тайник на свалке будет просить искать. Ну, давай булыжники соберу. Не знаю, нахер что, конечно, не такой, а? Но соберем. Так, тогда что получается-то? Пойдем разгрузимся в тайник. Так, кто это здесь? А, Костя в бар пошел, окей, понял. Вот, короче, сейчас разгрузимся. Я возьму консервы, почитаю все, которые у нас есть. Сложу тогда там. И... Че, побежим на агропром. Патронов, конечно, не так много, как я хотел. Там на патронов будут просто вагон и тележку. Потому что врагов будет просто тьма. Ну и посмотрим, что там получится. Может быть, нам даже повезет еще один тайник выбить. Но чисто ради интереса давайте посмотрим. Чисто ради интереса. Сколько потребовалось убить противников, чтобы хотя бы один тайник вот получить, первый, точнее. Так, это мы все выложим, потому что мы этим не пользуемся. Пятидесятки на дигл. 9.21. Это, по-моему, вообще на какой-то этот пистолет дозвуковой. Если я не ошибаюсь. Вот это вообще на винтаре с валом. Чат официально умер. Помянем. Помянем. Вообще-то он в напряжении весь, я думаю, как и я. И в ожидании того, что же сейчас будет дальше. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить. Так, консервные банки, так где все? Какая-то штука там непонятно орёт. Так, консервы все забрал. У меня сейчас получается в сумме их 8 должно быть. Ну, почему-то только 2. Я что, выложил, что ли, все? Ну, получается, да. Наверное, я все выложил. Кирилл, мое почтение. Добрый вечер. Короче, сразу рассказываю, тупо с двух ног врываюсь. Сейчас я выбил тайник, убив при этом... Hello, my old friend, was that you? 55 сталкеров потребуется, чтобы выбить первый тайник. Но, по крайней мере, по моей такой кривой статистике. 17 месяц, Кирилл, между прочим. Ух, мое почтение. Спасибо за поддержку. И мы выбили, короче, тайник с них на агропроме, который находится вот здесь. Я не знаю, что там может быть. Но я тут уже вангую, что там, возможно, что-то какое-нибудь военное. Кто-то там уже про консервные банки заливал. Возможные. А кто-то и про петлю Гейнбукину даже, может быть. Что-то заорал Балеха. Ну-ну. Так, вопрос в другом. У меня 95 патронов. Там вот куча военных. Мне что, придется каждому второму хедшот ставить? Или что? Расскажите, что я пропустил, каковы ваши успехи? Но за два с
половиной часа мы продвинулись ровно на одну локацию. Петруха там с Юриком перестреляли на кордоне всю эту толпу. Ну, почти всю толпу зомбей, которая спавнится от бритвы волка. Я тут пару заданий сдал. Так, Васянов пострелял. Меня постреляли тут миллион раз уже. Вот. Ну и плюс тайник вот выбили. Самое главное. Вот. Ну, думаю, сейчас самое интересное начнется. Военные собираются перебить группу Крота. Нам нужна помощь! Сейчас, черт, думаю, будет самое интересное. Десант, там же наши! Пошли! Сейчас! Пошли. Это полтергейст или это аномалия? Ля какой! Огненная душа, 10 косарей. Он, конечно, радиоактивный-то немножко, но у меня вроде артефакты подавляют это. Немножко радиоактивное. Ну, тупо поехали. Мужики, помогите! Военные... Да, я на реализме играю, конечно же, с первого стрима еще. Вот, реализм. Изначально, кстати, стоял ветеран, когда я делал тесты, но потом я заметил свою ошибку и переставил на реализм. Да че вы ссыте-то? Это военный? Че вы ссыте-то, пацаны? Получена информация о тайнике. Еще один тайник. Еще один. Я тупо кого-то Васяна нашел, еще один тайник с него срезал. Неплохо, слушайте, мне нравится. Нас сегодня карта кроет. Прям жестко. Я специально не смотрю в тайник, потому что я хочу это напоследок посмотреть, что там будет. Но пока интересно, пока интересно. Ну-ну. Сейчас самое главное как-нибудь аккуратненько сыграть. Квартет, я Ржан, я на месте. Че, не всех перебили, что ли? Лол. Надо лутать быстрее идти. Трупы. Так, это заберем, это заберем. Так, надо быстрее тут все лутать. Так, в смысле, кого ты там уже лутаешь? Иди отсюда. Не, меня, конечно, интересуют только тайники сейчас пока что. Вот эти костюмы, я не знаю, они вообще нужны кому-то будут. Носить, конечно, такое я не буду. О, гитара. Плохо. Калаши тут вон. А вот там долго качать-то будет? Так, ну ты пока там развлекайся. Блин, сейчас я тут наберу чувство вещей. Что с места не сдвинусь. Кстати, в Лос-Афе эти ворота были открыты, это было так удобно. Вот рели, так удобно было. Так, пускай он там пока почили, потому что там уже мои трупы лутают. Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Так, давай кончай уже эту сцену. Без пользы. Мне оно еще пригодится. Так, а вот этого парня, интересно, ствол обычный был или... Какой-то особенный. Что-то я его нигде не вижу даже. Ну ладно, не важно. По два патрона, в принципе, если с челика собирать, то за 20 можно уже собрать там по
почти даже две обоймы на форс. Так, что-то у меня там персонаж уже начинает ныть насчет веса. Ну, эти калаши я не уверен, что кому-то пригодятся, как и бизоны, в принципе. Вот эти костюмы надо вообще выкинуть. Надо где-нибудь тайник сделать, сейчас будет, я думаю. Вопрос только где сделать. В подземелье? Кстати, а на болотах-то где у нас тайник будет? Мы даже, кстати, можем на болото сходить, наверное, не? Не можем сходить. Блин, ни одного перехода нету. Вот он, родимый. Но здесь по-любому что-то должно быть годное, я прям уверен, потому что это болото. Там по-любому что-то должно быть важное. Хотя эмбит реально на фоне прикольно играют. Почему такого эмбита не было в Детериме, вопрос. Наверное, потому что там эмбит был лучше гораздо, чем здесь. Вам конкретно этот интересует? Так, ладно, что-то я пока задумался. Мне нужно какую-то вещь скинуть. В принципе, временно, если... В принципе, если временно, можно сюда. А потом уже сделать нормальный тайник. А, где вой был? Ну, наверное, да, это другой какой-то отдельный. Но я думаю, их можно где-то найти, там, забивая в поисковик, там, что-нибудь типа ОП2, солянка, там, 2.1, там, Ambient со свалки, что-нибудь типа такого. Или бить коды именно, там, Ambient свалка или там, Music свалка. Ну, что-нибудь в стиле такого. Можно вообще так-то в файлах игры порыться вообще, это было бы идеально, я думаю. Так, будет проще всего найти, но это долго, наверное, очень. Ну и плюс, наверное, сможет тот, кто шарит в этом. Я от одного понять не могу, почему я должен подниматься наверх за ним? Он же до этого всегда сам выходил. Он же всегда сам выходил. Так, На помощь! Это нормально, что он, типа, ничего не делает? Так, ладно, перезагрузимся. В принципе, это всегда помогает. Решить некоторые проблемы. Дима, пошли за тайником. Блин, я хочу сходить, но, понимаешь, прям... Сейчас такое мясо будет еще здесь, так что надо потерпеть чуть-чуть еще. Не-не-не-не-не-не-не. Что-то я не то загрузил. Я уж испугался. Сейчас попробуем решить глюк с этим, с картом. После него должен появиться спецназ. Я их разом всех встречу на выходе, и тут же мы заглянем в тайник. Обменяйся с мужиком на... Я не могу. Мне нельзя это использовать. Кстати, Кирилл, пока здесь в чате, тут Антон прям жаждет, чтобы мы побегали с СТГ-хой 44-й. И, в принципе, я бы не против. Я бы не против, честно-то говоря. Чуваки, помогите! Меня порежат скоро! Блин, такое ощущение, что он залагал. Задание-то выполнено или все еще висит? Спасти корота. Спасти сталкеров. Такое ощущение, что кто-то не умер, что ли, или... Чего-то не случилось. Или кто-то из военных убежал. Там собаки. Блин. Перезагрузка не помогла. Короче, какой-то из военных пропал, походу. Либо...
Просто скрип не хочет срабатывать. Меня смущает те выстрелы на фоне. Но не может же военный же так далеко убежать отсюда. Тем более у него нет такой команды. Не хотелось бы, конечно, все это стреляло на этом моменте. Где-то здесь пальба какая-то идет. Что, сложу что ли обоих? Да блин, я ж почти прицелился в голову. Того так четко убрал, просто в репу. Лег аж с одной пули. Так, ну это не те военные, это точно. Это уже, мне кажется, кордон этого. Это уже, мне кажется, с базы они тут чилят. Че это там сидит, орёт? Непонятно. Попробуем, конечно, сейчас еще раз. Что-то мне подсказывает, это вряд ли поможет. Да ёт. С каких пор они резко начали стрелять? Нормально и правильно. Вот это, конечно, вопрос. Сейчас начнется, короче. И это еще не считая то, что я еще до базы не дошел. Я помню, когда тогда еще играл первый раз. На базе там весело будет. Там человек 40, наверное, если не больше их будет. Каждого нужно будет убить. Иначе первая пуля одного из этих парней убьет тебя. Да он в тело их убивает. Это просто когда ДЦП перестрелка. Просто ДЦП перестрелка. Он стоит на месте, стреляет, не может попасть. Я двигаюсь, уворачиваюсь, пытаюсь его еще убить. С пистолета, блин, Второй мировой. Ладно. Но я уже понял, что это вряд ли поможет. Так что... В принципе, у нас есть план Б. Отойти на 500 метров. Поможет ли это? Не знаю, не знаю. Реально не понимаю просто. Эти пули порой просто берут, он что-то в тело даже, не в голову. Как мы вопросом далеко стреляют? Нет, слишком далеко. Просто берет он что-то в тело. А их там три еще, оказывается. Но, по крайней мере, эта штука реально дальнобойная. То есть, ну, я бы сказал, что до этого вагончика, ну, метров, ну, 200 точно есть. У меня хоть и глаз хреновый в плане определения расстояния. Но метров 200, я думаю, есть. Просто берет и ваншотит с одной пули военных. Так, найти документы военных. Это нас не интересует. Меня интересуют только тайники. Так, ага. Вот это тупо имба. Вот это тупо имба. Она мне и была нужна. Теперь у меня выносливость 500. 60, 70... 81, по-моему, да. Так. Ну, короче, где-то в районе там 600 с чем-то там процентов теперь. Моно-хюги, если... Ну, я думаю, нет, наверное. Не, ну, сами подумайте. Это еще и это. Учитывая, что СТГ будет самым сильным оружием в этом сете, потому что там патрон 7.62. Я, конечно, не знаю, где их покупать можно. У Сидорича пока я их не видел. Но это слишком имбабы, по мне так. Так, нам нужно как-то отойти подальше от этого, от карта.
чтобы он перезагрузиться мог хотя бы, потому что сейвы даже не помогают. Ух, сила. Ой, нет, только не в куст. Ясно. Кусты до сих пор убивают, это хорошо. Это не может не радовать. Я понял все. То есть мало того, что у меня кровотечение, радиация. Меня еще и пожирают. Этот подонок. Вот все сразу. И пожрать ему надо, и этого надо. Что еще тебе надо? Кстати, что самое интересное, после аптечки... Угу. Один был, кстати. После аптечки идет задержка на то, чтобы достать оружие. Но вопрос, можно ли эту задержку сбить, допустим, использованием еды, что я сейчас сделал? Ну, потому что вроде там задержка-то меньше. Вроде как. Так что тут самое... Как вариант, наверное, можно. Блин, там артефакт какой-то лежит. Надо сходить посмотреть. Это, наверное, батарейка какая-нибудь лежит, я думаю. Да? Да, батарейка. Но мне что-то подсказывает, я возьму и умру. Так что уходим отсюда. Нет, вопрос. Мне этот артефакт огненная душа вообще помогает как-то выживать или наоборот только хуже делает? Потому что что-то положительного эффекта я не сильно вижу. Много. Так, карты, по идее, еще должны быть здесь. Но кроме котов я тут ничего не вижу. И это печально. Так, ну посмотрим, тебе загрузился ли крот? Потому что если нет, это обидно. Это бан. Так, этот тайник, кстати, получается, где он будет? На элеваторе или на дереве? В прошлый раз у меня был на дереве. Я тут что-то даже немножко заколебся его собирать. А в этот раз он решил на элеваторе, да, появиться? Как туда попасть? А как реально туда забраться? Судя по звукам, здесь где-то есть телепорт туда. Но он как бы здесь. А что-то я не помню, туда как-то телепортом можно забраться. Никто не играл, не помнит, не? Не шарит, точнее. Потому что ну, туда чисто физически ты не заберешься. Вообще никак. Можно, конечно, попробовать вот что. Ну так тоже фиг мне заберешься с этими с прыжками всякими. Ну так-то, в принципе, попробовать-то можно, конечно. Угу, это не составило много труда. Но, блин, проблема в том, что провода прозрачные, через них нельзя ходить. Ну, блин, как вы установили OP2, я вот пытаюсь и вот эту ошибку. Не найден файл. Но я так предполагаю, что это связано с саунд, то есть с музыкальным сопровождением, да? Не знаю, я качал с официальной группы, скачал далеко не самый последний на данный момент патч. Ну, вообще и сборку обновленную. Ошибок не было. Попробуй на сайте посмотреть раздел правок и патчи. Я ставил один единственный патч, конечно, только. Второй, наверное. А там их уже штук 10, наверное, вышло. Вот. Может, тебе поможет. Потому что, честно говоря, я с такой ошибкой точно вот не сталкивался. Я сталкивался только вот с X-ray-овской ошибкой.
запуска игры именно. Блин, я же залезал, вы видели, да? Ну тут очевидно, что вот можно забраться, но не могу. Почему-то еще и упал вниз. Может, я что-то делал неправильно, и там надо как-то забраться по-другому, потому что, ну, я понимаю, что это солянка, все дела, но... По-моему, это телепорт должен вести, нет? Паркур здесь интересненько. Но о моих паркурах можно судить недолго. Я тут на дерево залезал, помню, час. На одну. Я сейчас в больнице сердечком сижу. Так, подхилися, блин. Чё ж ты как сердце своё не бережёшь-то с молоду. Так. А, ну классно. Тупо с лёту. Блин, ну... Там вот прям я чувствую персонажа, что можно забраться наверх. То есть он цепляется за угол этой... Я не знаю, как эта штука называется на железной дороге, но я чувствую, что он цепляется за неё. Но толком забраться не может. Никакой предмет под ноги не положи, потому что он сразу упадет. Да, давление может скачать, не знаю. Или нехватка гемоглобина в крови, как вариант. Ну-ну. И тут я вспоминаю, что я выпил почти 5 ящиков энергетика. Только не падай, падла. Причем, видите, да, как персонаж прыгает передом вверх, и как он прыгает задом. Тупо в два раза выше. Все потому, что моделька такая кривая, до сих пор ее никто не исправил, по-моему. Все, что разработчики смогли сделать, это вырезать высоту прыжка персонажа, и все. На больше их не хватило. Я определенно что-то делаю неправильно, то по-любому есть какой-то другой путь. Вообще, вот по факту на этих вот столбах должны быть лестницы, чтобы на эти вот колонны залезать. Но я наблюдаю такую картину, что их нет. Возможно, кстати, телепорт находится на одной из бочек, как вариант. Потому что я почему-то помню, что в памяти у меня отложился какой-то телепорт тут. Сейчас вот прыжок был очень прям хороший. Но собака, он не зацепляется. То ли нужно второй присест нажимать, когда он залезает на поверхность. Но я тут, я знаю, что он может забраться туда, но он не хочет. Я вот чувствую, что он может. Не, как-то не хочет он. Хика, привет. Здорово. Давайте я чисто ради интереса попробую забраться на бочки. Пощупать там телепорт. Но проблема в том, что на бочке, по-моему, тоже забраться не так-то просто. Только по забору, наверное, да? Так, пусто, пусто. 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 Так, телепортов нету. Так, где еще может быть телепорт? Или телепорт какой-то другой совершенно был на эту вышку вот вел. Да, он эту трубу завел. Да-да-да-да-да. Ну, вон он, тайник, по-моему, нет. Или подождите. Почему у меня такое ощущение, что тайник находится... Твою мать, серьезно? Вот он.
Ага. И как я его должен собрать, по-вашему? Я тут вижу, собрались фанаты энергетиков. Я, честно говоря, ни разу в своей жизни еще нормально такой не пробовал. Но что-то, честно, не хочу особо пробовать. Так, короче, как-то надо вот с этой штуки попасть на эту штуку и уже отсюда взять тайник. Как вопрос залезть на эту штуку? С чего прыгнуть? Потому что ты в теории... А, слушайте, может быть, с крыши здания реально залететь? Попробовать чисто. Ну, слушайте, тут что-то как-то, честно говоря, высота-то не очень большая. Чтобы долететь, до разбега еще не возьмешь. И давайте попробуем. Сумочка блестящая. Такое ощущение, что он провалился через текстуру. Я первый раз попробовал тропический. Ой, первый раз я попробовал торнадо этот литровый. Я сначала подумал, что это очень сладкая газировка. Ну или что-то в этом роде. Но только к ночи я понял, что это был энергетик. Потому что прошел там очень большой срок. Там с момента, когда я уже выпил его. Перед этим я еще целый день отпахал на заводе. Даже когда еще не работал, я чисто там по фану помогал. И я понял, что я тупо не могу уснуть после всего этого. Да, я не понимаю, что он его трясет. Но прикол в чем? Я допрыгнуть-то допрыгиваю, но я прыгаю под таким углом, что я прям приземляюсь вот на самый-самый краешек этой вот платформы. И я тупо... Ну, тупо падаю вот. Даже не прыгнув еще вот. Надо пойду не буду нигде пугать. Чем своим присутствием, что ли? У нас тут есть такие, но не... Не пугает вроде уже никого. Тут трудно кого-то вообще напугать. Тут такого повидали уже некоторые так. Мам, не говори. А, ну круто вообще. Тупо прыгнул и запнулся. У меня уже рука тянется нажать F9, как в парике, и фрикамом прыгнуть. Уже просто рука тянется. Подождите, а с заборов там нельзя достать никак, да, ведь? Если прыгать с забора. По-моему, там слишком далеко не находится, либо вообще не в тему. Да, тут забор вообще низко стоит, а там вообще не достать. Провода были бы физически, я бы смог достать, а так, ну, извините. Не, ну, блин, ну падает, ну... Долететь может, но падает. Ну что такое? Сейчас целый час, да, будем искать тайник один. Ну как, пытаться его собрать, точнее. Целый час. Хотя можно спуститься просто на землю и собрать нормальный тайник. И не париться. Но не могу, потому что крот сломался. Дурак этот. Вот, смотрите, мы находимся вот прям вот, ну, казалось бы, ну вот. Ну, ДЦПшник, ой, какой ДЦПшник, я не могу просто. Я хочу мод, который позволяет ломать текстуры, как в Майнкрафте, с киркой. Я хочу просто ломать некоторые перила, уж не бесит уже. Нет, на заборчик нет смысла. Во-первых, упадешь с него, пока делаешь разгон, во-вторых... Он дальше, чем обрыв, соответственно, ну, может не долететь. Видишь? Плюс в конце балка, об которой он запинается. Ну, давай попробуем, чё, как бы. Нам терять нечего.
Да его все равно уносит вправо, да что ж такое-то? Ну, не вправо, влево, ладно, один фига разница. Его тупо относит во время прыжка. Иди в шахту, там будешь перила ломать. Ну-ну. Это ветерок. Угу. А я этот флюгер. Да еб. Блин, я просто не могу. Я просто не могу. Я ненавижу сталкер в плане паркура, потому что он просто для этого не создан, он не предназначен. Но тебя разработчик заставляет это делать. Зачем? Я не... Уха-ха-ха, как я скучал по негру. По поводу stg.hmm.. Можно попробовать на один стрим. То есть у нас есть один запасной стрим, где мы можем использовать STG. Это как дико прокачанное растение в ПВЗ, только на одну катку. Ладно, ладно, я понял. Только для начала нужно патроны еще будет на нее найти, чтобы использовать то три пульки, но это не особо круто. Не особо. Ай, блин, Кирилл, спасибо большое за поддержку казны сталкерской. Мое почтение. Плюс сердечко. Вот вы, может быть, сердечко у вас там проснется. А то там кого-то все покалывает, говорите. Вот, казалось бы, здание прям идеально находится по высоте с этой балкой, но запрыгнуть ты на нее тупо не можешь. Почему? Потому что игра вот такая. Ну и он отталкивается, потому что этот перилин стоит сбоку. Он прыгает и тупо отталкивается от нее. Ой, с другой стороны, что ли, прыгнуть попробовать, так там места нет для разгона вообще. И вопрос, как другие люди проходят этот мод? Как? Тут просто... Без одного волшебного слова ничего не сделать. Вообще. Вот я даже загрузиться не успею, я уже падаю вниз. Ну, тупо по классике. Тупо по классике. Все ясно, сдался, да? Тайник собрать какой-то не может. Ясно, все с тобой. Я после каждой смерти буду качать голову Фазмы. Она меня успокаивает. А если сесть на самую перилу? Ну, мы что-то пробовали. Но... Прикол в чем? Я вот бегу-бегу по этой перильне, да? Я рано или поздно смещаюсь в какой-нибудь край. И вот эта перильна, по-моему, выше, чем... Да, она, видите, она чуть-чуть выше. Из-за этого, короче, этот ДСПшник, он запинается об нее. Не знаю, можно попробовать, конечно, бежать и уклониться вправо. Чтобы, если что, он оттолкнулся влево. Тут, казалось бы, проще простого. Тут такие, блин, сложные расчеты надо делать. Как будто, не знаю, пытаемся мир стеснить. Вот, прям четко прямо по небу буду бежать сейчас. И он ушел опять. Ладно, хотя бы этот раз вправо он ушел, не влево. Это радует. Это радует. Так, если ты прям по краю бежишь, там... Я не знаю, там места-то очень мало. Там, представляешь, нужно держать мышку вообще неподвижно. Полторы секунды, когда ты делаешь именно разгон. Ну, блин, это тяжело. Тяжело. Да еб... Я уже на разгоне понимаю, что я не долечу. Мод не для гуманитариев. Он вообще не для кого, я бы сказал. Он для тех, кому надоело жить. Я понял, значит, шишка против, да, СТГшки? Тупо против.
Ну-ну. Да ладно, может быть, если патронов не найдем на СТГ, так, ну и фиг с ней. Мне СМПшка прикольно бегается. Короче, я не знаю, честно говоря. Да ник взять не получается. Это там все еще сидит, пердит, там орет. Тоже заглючило его там. Че делать? Не понимаю. Вот перепроходить все это вообще бы не хотелось, честно говоря. Может, есть другой способ для людей? Так, есть как бы, но он не особо что-то работает. Я пытался уже запрыгивать с этой вот штуки вот наверх. Он чуть-чуть буквально не достает. Вот чуть-чуть. Какие еще есть варианты, чтобы туда запрыгнуть? Я ни одного не вижу. Если только не сделать подкоп, чтобы это здание ушло вниз и забрать теник спокойно. Твою мать, слишком много взял. Как люди берут этот тайник, я вообще не понимаю. Как? С чего нужно прыгать, чтобы его взять? Были бы эти штуки здесь, я бы с бочек прыгнул на них, а там уже, как говорится, без проблем. Но тут какая-то дичь. Провода нематериальные, это нематериальное. Крыша кривая, ноги кривые у персонажа. Не, прикол в чем? СТГ-то у нас есть. Она, единственное, что сломана, и надо починить. Проблема в другом, патронов не знаю, где найти. У нас их-то, в принципе, немного. Просто на это надо денег уйму потратить. Которых также нету. Правильно говорит, это достижение в жизни. Да после этого я буду ходить только по улице и говорить, что я прошел солянку там с МП-41. И пистолетиком. На реализме. Без смертей. Со всеми секретами еще и на видос. Вот. Я смогу с такого расстояния разбежаться? Наверное, вряд ли. А это я вряд ли смогу преодолеть тоже. Ладно, дубль 28. Ну вот хорошо полетел, но не добрался. Плохой разгон взял. Классика. На минуту бусу. Рестарт, рестарт, еще раз рестарт. Блин, я же хочу забить на это дело. И разобраться с кротом, что ли. Че он сломался, не хочет даже двигаться. Ну ладно, 58 того же будет. Куда уж там не шло. Вот надо минимум такой разгон брать. Ну, короче, грубо говоря, всю балку. Тупо. Ну почти вот, ну почти. Ну чуть-чуть бы еще влево. Чуть-чуть. Блин, по приколу даже посмотрю потом после стрима, как люди собирают эти тайники на Агропроме. Первый изи, второй тоже вроде изи будет. Но вот этот промежуточный мне прям вообще не нравится. Палка колбасы. Ну-ну, палку на палку и вперед. Вот на... Короче, я... А, я знаете, что вспомнил? Нужно бежать так, чтобы не трогать мышку. Вот что я вспомнил. То есть мы прицелились. Ну ясно все. Прицелился он. Такое ощущение, что это даже не от мышки теперь зависит уже. Тупо хорош. Ой. Ну, разработчики, ну молодцы. Почему я не знаю? Помню, что вроде телепорт был на эту башню. Только вопрос, где этот телепорт? Один телепорт вроде есть где-то там. Вот это я вообще не знаю, что это такое. Вроде как пузырь. Так, тихо, нет. Ну и
Ну ты просто машина. Ну ты просто машина. Да у меня уже такое ощущение, что ветер сдувает во время прыжка. Вот просто малейшее такое вот дуновение, и я как фанера улетаю. Просто как фанера. Ладно, попробую еще два раза. Нет, так нет. Значит, потом. Не хочу на это время тратить. Ну, тут... Если он в первые три попытки просто приземлялся и падал, что было гораздо обиднее. Сейчас он пролетает буквально сантиметр от того, чтобы приземлиться. Так, короче, еще одна и все. Стрейф. В солянке-то. Ну-ну. Блин, уже 3 часа тем более прошли. Ё-моё. Надо будешь закругляться, через полчасика будет. Так, вот даже специально попробую встать так, чтобы... Ну, просто не докопаться было. Но это не смешно, я уже... Я идеально все высчитал. Траекторию и даже положение. Все равно. Могу в тайнике будет бутылка водки, сигареты и палка колбасы. Блин, точно не помню, раз я артефакт уже нашел, наверное, какая-то фигня, да, будет следующая. Тайники коллекционера, вроде прикольная штука, но там какое-то барахло обычно попадается. Одна там две вещи нормальные, а остальное все шлак. Такое ощущение, что их уже до тебя там все разворовали, кому не лень. Ну, мне из этих попыток еще больше хочется пробовать. Почти долетел и все. Опять упал. Что за дело? Просто Васян подходит к тайнику, на земле стоит, ничего не делает и просто берет все содержимое себе. По классике. Ладно, сейчас точно последний раз попробую и все. Пойдем с этим разбираться, с кротом. Или я сейчас себе сделаю супер прыжок. Ясно, ясно, все ясно. Понятно, даже приземлиться нормально не может, инвалид. Как люди собирают, я не понимаю. В прошлый раз у меня было гораздо проще. У меня был на дереве. Я залез на трубу, с трубы на забор, с забора на дерево. Там, конечно, с дерева тоже трудно было забраться. Небольшой утешительный приз за нервы. За нервы? Неплохо. Сектор. Ух, сила! Ну нахер это сделал? Ну и нахер это сделал? Ну ясно, понятно все. Понятно. Понятно все с тобой. Ладно, хоть сохранимся, ДЦП. Сейчас вообще сгорело. Ну ты, Пендер, все из-за тебя, вот. Вот все из-за тебя. Если бы не ты, вот я бы не смог. Я просто бы не смог. Сейчас допрыгаешь. Я жду, сейчас допрыгаюсь, отчертила. Что в могилу прыгнешь. Как в том видосе. Ой. Так, ну сейчас попроще должно быть. Мне буквально осталось запрыгнуть на крышу и просто спуститься вниз. Ничего сложного. Блин, а что такое-то? У меня уже руки просто вот так вот уже лежат на клаве, я ничего не могу нажать.
Чувствую себя немножко аутистом. Сила доната. Да вот именно. Сбодрила малёха. Так, подождите, а если я запрыгну на крышу? Но тайник же находится под, получается, крышей. Что-то я вообще запутался. Я буду прыгать, короче, под углом. Так. Слушайте, возможно, я даже через пару стримов начну познавать дзен в этой солянке. Так, вот тайник сейчас прям подо мной. Вот тут чуть-чуть еще, вот чуть-чуть. И я его прям держу себя в руках. Есть. Вау, UMP-45. Пачка патронов, какой-то узел радиоактивный. Ну хоть UMP прикольная, ладно. Еще какой-то артефакт вонючий. Что он там хоть дает-то? Даже не показано. Ну что-то там зеленого вообще не видел. Ясно. Можно было просто палкой колбасы пододвинуть. Это типа намек? Это типа намек. Сейчас, секунду. Я сохранюсь только когда прыгну на крышу. Ну окей, я понял. Ой, Фазма уже надоело голову крутить. Сейчас Шельз навернет себе. Ох, если сейчас сейф крашнулся еще. Потушите мою жопу. Да мне больше обидно не за то, что даже крашнется. Че, крут сломался, он вообще не двигается. Всех этих убили, а он стоит как дурак. Че с ним не так? 20 тысяч узел стоит? Вряд ли найду человека, кто мне купит его за 20 тысяч. Только если какой-нибудь такой же, как я. Которому почему-то потребовался узел. Так, все, я взял, сохранился, ушел. Все, никого не знаю, никого не слышу. Так, что с кротом делать будем? А, это сталкер, что ли? Что с кротом будем делать? Он должен выйти сюда, в центр двора. Почему он не выходит? Сиди как дурак. На помощь! А? Какая вкусняшка-то лежит? Помогите! Ух, смотри. Ух. Ну, понятно все. Ясно. Ладно, пойду посмотрю, что в тайнике лежит. Мне прямо уж разрывает этого, не могу, трясет. Палка колбасы. Ну-ну. Я не думаю, что поможет. Так, я даже закрою глаза, потому что мне реально интересно, что там. Так, ну что, вы готовы? Так, я открою. Я думаю, по вашим эмоциям в чате я увижу, что там лежит. Короче, скиньте по смайлику. Как вы думаете, там что-то годное или что-то негодное? Так, кого пишет «нихуя себе». Так, прикольно. Опа. Так, стример закрыл половину тайника. Так, не хочу. Ну, чё там, чё там?
Не, ну вот это пригодится по заданию. Это можно, в принципе, надеть. Ну, что-то такое. Ну, что-то такое. Я надеюсь на что-то покруче, чем это. В прошлом тайнике был экзоскелет, ПКМ, два бункера. Артефакт он дорогущий, там части мутантов. Че, вы думаете, я вас обманываю, что ли? Вы думаете, я вас обманываю? То есть вы думаете, что я вас обманываю? Мне бы найти этот сейф еще. Где он есть вообще? Что-то тут челюсть МП-40, тут с маузером. Что-то тут еще. Да вот, вот по-любому он уже на этом моменте есть. Вот я почему-то, я очень даже уверен, что на этом моменте уже есть. Ну, ладно, не знаю, что сэвиш крэка. А я их скачал только потому, что мне лень было проходить самостоятельно пещеру. Я такой, типа, ну зачем? Ну зачем? Тратить 40 минут своей жизни, чтобы проходить эту пещеру еще раз. Я видеть не могу. Там хоть и весело в этом скелете и этим Юсусом разваливать всех. Ну, мне что-то в четвертый раз это не хотелось уже делать. А! Так это не мой сейв. Ёп. Ваша мать. А где мои сейвы? Так, это стримерские. Это стримерские. Вот, по-моему, мои сейвы все еще идут. Да. Да. Да-да-да-да-да. Или нет? Да, вот это мои все еще идут. И вот и сохранился перед уходом, получается, из тайника. Сейчас все будет, сейчас все будет. Ну, ты же 4К часов потратил на парашу. А чем это ты намекаешь, Антон? Ну-ка, скажи, на что ты это намекаешь? Что я любитель того? Или мне некуда девать свое время? Так, понятно, я, значит, тайник делал точно такой же, как на стриме. Так, вот тупо скриньте. Так, костюмы. Вот он. Экзоскелет был. А, потом оружие ПКМ. Где он есть-то? Так, что-то не то. О, вот он, печенек. Печенек даже был не ПКМ. Артефакт был какой-то жесткий. Части мутантов вот эти вот тут. Где они вот тут? Вот. Кисти библиотекаря. 7500 стоит одна штука. Найти не знаю, насколько реально. Ну и арт я его нашупал на себе. Да, вот этот артефакт был. А мне какой-то там попался, там вот это СВД, вот это вот, ну... Короче, вся надежда на болото. Если там даже будет фигня какая-то... Я, конечно, понимаю, редкость найти какой-то там тайник с костюмом прям целым, еще и с ВДХой. Прям реально редкость. Ну, почти невозможно, короче, грубо говоря, такое найти. Но все равно что-то как-то даже по сравнению с этим так обидно. Да там пещера просто реально неинтересная, вот в чем прикол-то. Как бы ты развалил син кабину, но при этом тебе тоже ломают кабину на раз-два. Короче, я не знаю, что с этим делать парнем. Надо как-то исправлять ситуацию. Если я с локации выйду, чем поможет этим, нет? Потому что на 500 метров я ухожу, ничего не происходит. И что самое смешное, я без него не могу спуститься в подземелье. Скрипт не сработает.
скрипт, он тупо не сработает. Так что придется отойти, наверное, думаю. Постоять немножко и вернуться обратно. Подожди, ты видишь, я за едой. Нормально, ты там в 11 решил поесть. На кого-то голод аж напал. Блин, там вафельки лежат на кухне. Чайку, что ли, попить перед сном? А потом в ПВЗ поиграть. Да, Рэли, давайте до тайника заодно сбегаем. Барахло всяко скинем. Да тот СВД-ху. Нам сам пользоваться ей нельзя. Да и оптики на нее нету. Что-то модно стало. В последнее время делать модный сталкер, где оружие... Ну, по дефолту, если оно шло с прицелом, то оно идет без прицела. Какой идиот будет бегать с СВД без прицела. Как с обычным карабином. Ну, только прям, наверное, лютый фанат СВД. Так, это уносим. Это тоже, я думаю, можно... Куча бизонов там была. Так, патроны, я думаю, тоже можно скидывать. Один фиг, мы ими не будем пользоваться. Так, варненки, это, я думаю, оставим. Вот это скинем. 5 килограмм почти весит. Так, ну и по мелочи. Так, держу курс, Васяна здесь ворует даже при активном замке. Да? Обрез СВД. Это раз обрез у меня был? Животное делает и рюкзаки. Одну кнопку нажал, все теперь. Началось. Просто я не нашел другое место для тайника, потому что в обычные много вещей не влезает, ну хоть и в принципе надежно, относительно надежное. А когда я делал тайник на крыше депо, то есть вот здесь, даже там своровали. Я же рассказывал тут буквально пару часов, там, может быть, ну или час назад. Стоит Васян на входе в депо. Просто стоит. И когда ты отходишь от локации, немножко, чуть-чуть, там, буквально, там, метров на 200. СМС-ка, там, ваш тайник обокрали. И все. Сосешь бибу. Даже нет смысла идти обратно и убивать его, потому что вещи ты уже не вернешь. Он, типа, их, по легенде, перехранил куда-то уже другое место. А куда история убалчивает, грубо говоря. Не знаю, чем этот эмбиент лимонадику понравился. Только за то, что здесь какое-то животное орёт на фоне. Куча бутербродов. Небольшой рюкзак. Зачем мы их с собой носим? Хотя, один возьмем. Пригодится. Эти фляжки, хлеб. Зачем они нужны? Пиво тоже. Мухоморы. Тоже скидывать будем. Так, относительно надежные тайники возле торговцев и квестовых НПЦ. Это не точно. Ну да, там и надо башлять за охрану. Что-то у меня денег пока немного. Я, пожалуй, воздержусь от этого. Да ладно, в принципе-то я как планирую играть вещи. Не храни в тайниках, а... Просто временно там оставлять, чтобы они просто на земле не валялись. И все продавать, вообще все. Потому что один хрен использовать нельзя будет. Ну это что касательно там оружия, патронов и вот такого вот бархлишка там. Вот. И просто вкладываться в снарягу. Ну имеется в виду на вырученные деньги.
Это так урчит живот. Но нового сайбота там, наверное. Или кто там уже за еду-то пошел, забыл. В животе так урчит. Я хоть и поел сегодня относительно там два раза так. Ну, типа жирненько, ну типа и нет. Но все равно жрать хочу люто. Мой бутик съели. Обидно. Не, мне кажется, забывало задание. Какой-то, короче, военный как-то умер странно. Либо он куда-то пропал. И, короче, пока мы, наверное, его не убьем. Или что-то не случится. Этот черт отсюда не сдвинется. Хотя у меня есть... Чуваки, помогите! Меня порежат скоро! У меня есть идея. Кто-нибудь, помогите! Ну уж мых. Это надолго. Ну и что будем делать? Ты собираешься идти дальше-то или нет? И он идет обратно! И он идет обратно! Чтобы сидеть там. На помощь! Бля, ты издеваешься, да? Вот ты издеваешься. Кто они? Ладно, давайте загрузимся с Эвы, где я выбил тайник. Это было, по-моему, здесь. Снова всех убьем. Давайте снова всех убьем. Попробуем. Почему загружается тайника? Потому что, ну, как бы не хотелось терять его. Учитывая, что он редкий. Но если скрипт опять сломается... Как же смешно-то будет. Я даже, по-моему, здесь никого не убил. Они сами тут всех перебили. Что сломалось, я не понимаю. Ну вот, и чего. Все то же самое. Чуваки, помогите! Меня порежат скоро! Блять. В чем проблема-то, не могу понять. Сталкеры всех убивают. Задание обновляется. Этот сидит. Давай, Антон, давай. Завтра, думаю, увидимся на свалке. В той самой мусорной куче. Он готов! Вояки зажали меня во дворе! Возвращаюсь к рации! Или типа я должен именно убить кого-то. Кто-нибудь, помогите! Я серьезно, я не понимаю, что от меня требуется. Ладно, давай загрузимся вообще с самого начала локации. Начнем искать какие-нибудь проблемы издалека. Добил, да не получается, он тебя убивает впервые. Вообще, раньше, по-моему, в здании не был, хотя вроде и был. Но, короче, раньше, по-моему, был шанс того, что его могут убить во время этого рейда. Вот, и типа, информацию о тайнике ты узнаешь всего трупа, и без него вот, уже можешь идти дальше. Че? Где ты загрузился-то? Кордон свалка. Мне нужен агропром свалка. Это сохранение. Так это потом уже. Ну давай с этого. Какая разница, в принципе-то. Так, короче, попробуем. Сейчас, наверное, еще пару раз. Не знаю, если не получится.
Что даже и делать-то? Вот все запоролось из-за крота. Столько всего сделали, а все из-за крота запоролось. Но-но. Флажку купить. Он не заслужил, чтобы я не покупал флажку. Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу крота! Нам нужна помощь! Вроде я тут что-то поактивнее начинаю играть. Прикрой меня! Сталкер даже тут посмелее. Хорошо, приложил гада! Ты дави, как я его! Прикрывай, начинаю работу! Прикрывай, я пошел! Хорошо, приложил гада! Получил? Нашего завалили! Так, снова задание уничтожить военных. Ну. Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Так, мужик, чего ж там у тебя? Я не понимаю реально, что происходит. И что этой игре надо. Это ник я потерял, да? Он больше не выпадет. Они всех сами убивают, но при этом задание просто, не знаю, ну, стопится. Там несутся лутать-то быстрее, чтобы никто ничего не забрал у них. Там кто-то что-то постреливается. Стреляют. А что будет, если... Я не знаю, что уже, честно говоря, даже придумать и предположить. Тут мы сохранились так просто. Отсюда мы... Вот отсюда мы точно уже пошли на Агропром. А, может быть, луна не в зените, не знаю. Солнце плохо село. Что мешает? Толику продал аптечку. Но-но. Serious business, я бы сказал. Человек, который с рождения бизнесмен. Во всем видит деньги, во всем видит выгоду. Так почему? Я же дальше, я же проходил дальше до этого. Без установки патча какого-либо. То есть с этим же патчем я проходил дальше. Я доходил аж до темной долины, по-моему, по сейвам там можно было увидеть. И там я что-то остановился. Толик это же продал. Нахуй нужен-то. У меня раньше такого не было. Это я сейчас впервые вижу. Что надо сделать? Я сейчас попробую вообще никак не участвовать. Военные собираются перебить группу крота! Нам нужна помощь! Сейчас попробую вообще никак не участвовать. Черт, это военный десант! Там же наши! Там пошли! Сейчас! Или с этим нужно идти, я не знаю. Мне кажется, он идет быстрее, чем бежит. Ну вот касцен запустилась.
Окей, мы касцену посмотрели. Что-то изменится из-за этого? Пошло. Пошло по трубам. Вот этого и надо было начинать. Я что-то думаю, что что-то не так ведь. С этими касценами вот это вот. Что, они у всех уже порешали, нормально. Даже не пришлось руки замазывать кровью. Сейчас быстренько всех лутаем снова. Так, единственное, что мы канистру не берем. Так, ищем трупики по-быстрому. Так, надо начинать, думаю, с центральных. Вот единственное, что я тайник потеряю. Мне кажется, в любом случае тайник я потеряю. Так, костюм отсюда вырезали. Скорпион уже тут забрал отсюда, ну молодцы. Какого парня тайник-то выпал, не помните? По-моему, который здесь лежал, его здесь уже нету. Тихо. Все уже без пользы. Не трогайте ничего тут без меня. Блин, а в том тайнике, наверное, что-нибудь интересное было. Но этого мы уже никогда сами не узнаем. Так, остались там дальние трупы еще и все. Ну, я так и предполагал, что, возможно, из-за этой касцены, потому что задание на спасение сталкеров вот отсюда, оно не пропадало. Ну, как спасение? На помощь сталкерам, точнее. Мы сейчас спецназ еще придет, надо успеть до их появления лут скинуть. Падло. Времени вообще нету, надо быстрее все делать. А у меня еще тайник не собран. Коллекционера. Ну все, я уже не успеваю, сейчас спецназ появится. А их надо тупо сразу же встречать. Ну да, они уже здесь все. Быстренько надо встречать их. Вопрос в другом, в кого-нибудь стреляют? Все же там вроде. Даже не спрашивайте, как я это сделал, я сам ничего не понял. Тайник? Не тайник, нихера. Тайник? Не тайник. Ну, тупо спецназ уничтожен за секунд 20. Ничего сложного. Артефанус там вообще прифигел, наверное. СМП-40 спецназ развалил тут, блин. Вообще не парясь даже. Ну тут место просто хорошее такое. Можно сыграть от местности. Ау, куст прямо. Так, что-то у нас с них попадало, то 105-е. С подстволами. Ну да. Ну что тогда, сейчас я, получается, попадаю в подземелье, там нахожу тайник и... В принципе-то мы догнали наш прогресс, который потеряли до этого. Так-то, ну, в принципе, все и есть. А интересно, тайник-то будет тот же самый? Или рандомный все-таки? Давайте посмотрим.
Ну, наверное, тот же самый, я думаю. Ну да. На больше что-то я не рассчитывал. Ну, не знаю. По крайней мере, мне нравится то, что он спецназ разваливают. В тело, причем, за пару пуль. Возможно, даже в будущем так больно будет играть. Ну, хрен его знает. Что еще в будущем будет. Так, а можно забраться сюда, пожалуйста? Пожалуйста. Пожалуйста. Заберись сюда, как в прошлый раз ты сделал. Вот так вот. Так. Чё? Второй тайник буквально рядом. Ну и где он? Кого? Я все правильно понял, он там? И как я его должен забрать оттуда? Не, ну это вообще издевательство уже, точно вот. Как туда забраться? Так, ладно, это уже не сегодня. Это уже точно не сегодня. И не в этой жизни. Пойду я, короче, в тайник. И спать. Потому что я уже... Я не знаю, что даже говорить. Если я предыдущий забирал, то где-то, наверное, минут 30. Сколько я с этим просижу? Ну, может быть, пару дней. Но я не представляю, как его собирать абсолютно. Возможно, мне потребуется помощь зала. Эй, ладно. Короче, сохранюсь здесь. Сохранюсь здесь. Это будет включаться переписка этого сейва, раз предыдущий сломался. Потом рюкзаку выстрелить. Так, можно? Должен случиться-то, если я по нему выстрелю. Вниз он не падает. А что должно произойти-то? Опять донатить? Не, ну серьезно, скажите, я, может быть, что-то не понимаю, как туда я могу забраться? Как? Слушайте, по-моему, передвигаются, нет? По-моему, он двигается. Да не, по-моему, двигается.
меня просто есть решение гораздо проще, чем это. Так, где сейф, где я взял тайник? Так, этот уже после, этот, наверное. Наверное, вот этот перед, хотя... Вот этот, наверное, перед был. Да. Что-то мне так мало как-то надежд на то, что он может упасть. Да я знаю, мне снова спать надо завтра. На завод. Завтра куча дел. Ой, я туда не хочу никуда идти. Я уже, честно говоря, просто настолько устал, что даже если у меня появится выходной, на что просто надеяться невозможно. И бессмысленно. Не, вряд ли он даже поможет этот выходной. Стрелял в этого, попал в тушканчика. Зараза. Алло. Они там что, с зажигалками стреляют? Да еб... Не смешно. То есть они стреляют зажигалками какими-то там имбалансными. Меня жрут тушканчики в спину, когда я перестреливаюсь там с пятью военными. И то там дерево уже по швам трещит, я уверен, от таких пулей, такого урона. Блин. Вообще их в прошлый раз убил с Маузера, вообще на изи. Там по одной пуле в тело и они умирали. Какая ирония, да. Вообще так-то я не за ними пришел, меня это ник интересует. Как будто пули не долетают уже. Ясно. Ясно. О, блин, когда ты сделал что-то одно прям вообще на изи, вот во второй раз это вообще не получается на изи. Ладно, попробую еще раз. Релли, еще раз. Мне бы достаточно просто дойти было до этой БТРки, но не убил спину, пока я тайник забираю. Потому что я прям перед ними буду находиться. Там не попасть меня, но это надо прям быть вообще... Как те бандиты с обрезами. Казалось бы, по одной пуле, но что-то не попадают. Представляете, здесь задолбали даже тут летать. Да нет, вроде попадает все. Ладно, фиг с ними пока. Надо тайник собрать. Ну, хотя бы так. Хотя бы так.
забраться бы как-нибудь. Как же вовремя патроны закончились. Ну, в принципе, нормально. Так, трупы, наверное, лутать не будем, да? Или будем? Так. Чтобы лут с них не пропал. Может быть, даже тайник выпадет, что я уже не надеюсь точно. Вообще пусты. Так тут жить можно. Я вот реально порой не понимаю логику этих мастеров, этих реализмов, этой максимальной сложности. Если непости, которых ты убиваешь, тратишь на них какие-то резы, время и так далее. А они просто уходят пустые, при этом тебя стреляют как бы, ну, бесконечно. Ну, это понятно. Ну, это тупо. Это реально тупо. Так, здоровье по-тихому останавливается. Так, артефакт теперь появился на дереве. Аж на этом дереве. Как на него забраться? Через это дерево. Ну да. По деревьям я еще тут лазок. Так, и следующий где? Ага. Ну ладно, хотя бы, в принципе, на этом можно остановиться, что события более-менее восстановились. Лучше бы уж так вот выполнив первый раз, чем я тут кучу времени тратил на эти все прыжки. И вопрос какой-то целью. Чтобы падать и перезагружаться, ну такое. Да тупо беги. Ну-ну. Там от этих ребят не убежишь, к сожалению. Я, кстати, в тот раз еще даже артефакты не убирал. Они у меня все время были на поясе. Точнее, рюкзаки радиоактивные все. Блин, как ты надоело. Когда уже улетишь отсюда? Ох, тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Можно на этом остановиться. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Да. Так, и по-моему, сейчас даю задание на этот самый... на ПДА свой. Так, а это, в принципе, мы оттащим в тайник потом. Так, ну теперь точно все сохраняемся через этот квиксейв. Пятый. Не знаю, почему пятый. Вот, ну тогда что? На следующем тогда мы сходим в лабораторию. Там, в принципе-то, недолго. Полутаться, да, информацию забрать. Выйдем на базе, там будут просто замесище. Из миллиона военных. Там патронов, наверное, не наберется даже на них. Сколько сейчас у меня есть. И получается, мы пойдем уже обратно. На свалку. Там уже бар. Ну, а дальше я уже не играл. Так что дальше будет интереснее, я думаю. И если будет все хорошо, на что я очень вряд ли надеюсь, может быть, даже на треть-то мы продвинемся уже. По челленджам, может быть, и не треть. Ну, не знаю, но по крайней мере, сегодня прогресс не столь ощутимый, как был на предыдущей подрубе. Но, по крайней мере, хоть как-то, но продвинулись. По сюжетке. Хоть чуть-чуть, но продвинулись. В принципе, я планирую проходить по локации где-то за стрим.